Поехали. Ночной Ехали, стрим поехали. народом. По-английски написать. По-русски надо писать. Победите, победите. Победите меня тут. Все, пошел стрим. Да. Всем привет. Там уже народ заседает. Уже прямо ждут. Они прям как будто знали, что сейчас начнется стрим. Откуда не знаю. Я вообще понятия не имею, откуда они это узнали. Но, тем не менее, они узнали. И сейчас я запущу ВКонтакте, что... Стрим таки начался. Таки начался стрим. Расскажите пока что-нибудь смешное, пока я печатаю. Колобок повесился. Колобок повесился. Мы видим, как печатает Андрей Федов. И он ебать, как коряво печатает. И стрим таки начался. Я запостил пост об этом, сейчас напишу, что все приглашаются, то есть не поймут. Приходите, да, приходите к нам на стрим. Если вы нас смотрите, то вы обязательно должны прийти на наш стрим. То есть, да, в принципе, вы уже там. Добавить, и... сука, где позовите ваших, фотографию. Позовите ваших друзей, пока Андрей Федоров матерится тут. И... Воу, порно-картинки какие-то всплыли. Слышь, порно-картинка, Где эта картинка, где мы все 7000 сидим? Вот она. Фак, я все, мы запустили. Теперь находимся на сайте Justin TV и смотрим на ваши милые лица. В комментариях, где Белка спрашивает. Белка собирает чемодан, мы улетаем в другое измерение. И поэтому она собирает. Мужчина, конечно, не собирает. Пупчик очень злое лицо, она очень на меня злится, но я не могу ничего поделать, понимаете? Мужчина не должен помогать женщине собирать, иначе это превратится в срач и мордобой. Лучше отсидеться тихонечко. Вот, Белка кивает головой и говорит, да. В общем, мы с вами, вы с нами, и... Давайте поговорим о том, о чем мы обычно говорим. За Рамсим разрулим наши проблемы, наши с вами, дорогие друзья, половые неудачи. Разрулим все проблемы. Какая задержка, говорят? Какая задержка обычно? Давайте посмотрим, какая у нас задержка. Вот я сейчас лопну. 3 секунды. Раз, два, три, четыре. А у девушек... 4,5 секунды. У девушек какая максимальная? У девушек максимальная задержка 10 месяцев. Где кот? Там. Не знаю. Да? За дверь открыта. Там. Извините, гоните. Я его вытащила и дверь закрыла. Дорогие друзья, кажется, после стрима мы все охватим нехилых таких пиздюлей, потому что кот сбежал. Ну, на этой веселой ноте мы продолжаем. Какие у вас есть, может быть, к нам интересные вопросы? Мы потому что всегда отвечаем на вопросы. Это единственный способ задать вопросы свои в чатах во время стрима, потому что так мы ни с кем не общаемся, потому что у нас нет на это времени. Не потому что мы вас ненавидим, мы вас презираем, а у нас нету времени на это, потому что, поэтому. Шутки, конечно, мы вас всех любим. Поэтому ждем ответы. Что вы делали до этого? Мы собирались, я выпускал шоу МША, делал Лох Патруль и делал шоу Белки. Я сегодня сделал 3 ролика, я сегодня просто как стахановец, блядь. А вот они чем занимались, я не знаю. Расскажите. Я работал, потом кушал, спал и мешал собирать вещи. В общем-то, все. Это обалдительно. Обалдительно. Нефёд, в Африку билет куплен? Да, куплен, я их в Инстаграм выкладывал, уже все в бумажках, завтра вылет. Вылет из Москвы, поэтому нам придется сперва поехать в Москву, оттуда уже туда, и, возможно, в Москве мы встретимся с Голден Ником. Что там еще дальше? Я слово. Ребят, если вы слово, посмотрите ролик на лайв-канале, я там все рассказываю. Что такие грустные, скучные? Нет, все нормально. Давайте, рассказывайте что-нибудь веселое. Будут сталки, конечно, будут сталки, но куда, я тоже не знаю, куда им, да по сталке им, да, не знаю. Хуже. Может быть, через часик в туалет по сталке. Воу-воу, у нас не настолько разъебный туалет, чтобы это был сталк. Короче, как МША приедет, будут сталки, еще как МША приедет, будет добромет. Правда, там уже скорее, когда мы теперь приедем, потому что МША приедет, по-моему, раньше, чем мы. Я на немножечко отвлекусь, у нас 501 зритель. Все няшечки, все милые, да, неплохо, вполне неплохо, потому что мы стрим заанонсили. Когда мы не анонсим стрим, конечно, зрителей меньше. Еще раз из слоупоков Ира собирает вещи, дос собирает. И да, Ира садится к нам чуть-чуть позже. Сказал, что подойдет чуть попозже, поэтому если вы что-то хотите мне спросить, подождите. Кота своего лучу, но я не Пикачу. Сиськи сиськами. Юрчик где-то. Где Юрчик спрашивает? Да. Юрчик, наверное, дома. Он рабочий человек, он работает на двух работах.
он работает на Омском ТВ, он еще работает специалистом по IT-технологиям в какой-то фирме, я забыл, как называется, но какая-то такая всемирная фирма, филиал российский, вот он там работает. IBM. Кстати, вот что-то из трех букв, не помню какая, какая-то фирма. Спросите у него, если вам интересно. Из трех букв это не только хуй, дорогие друзья. Чего у нас так светло? Я на самом деле удивляюсь, почему у нас так светло. У меня стоит лампа. На случай, если нам надо будет сделать посветлее. Но когда мы делаем посветлее, становится слишком светло. Мы желтые. Поэтому сидим с обычной лампочкой 60 ватт, и почему-то выглядит это очень ярко. Тем более, если мы станем желтыми, нам придется натянуть глаза, чтобы стать похож на китайцев. Долгие газели, срать хотели. Это не китайцы, чувак. Включил солнце. Да. А когда приедете из Туниса? Из Туниса мы приедем в Москву, и там будет сходка. Я напоминаю всем, кто не посмотрел по каким-то причинам Лох-патруль последний, там я об этом рассказываю, посмотрите. Будет сходка в Москве 7 сентября. Всех вас там жду, друзья. Какая тату, Маша, покажи. Тату, теперь пока тату, это платная услуга, так что вы присылайте ко мне или Маше на Яндекс.Деньги. 100 рублей, коммерсанты. 100 рублей, и вы увидите в HD-качестве картинку Машины. Давайте в сканер положим, отсканируем, сканер. Вы будете продавать отсканированную руку. Да. Еще у меня есть замечательная... А, сука! А я на сходку не приду, кто-то говорит. А ведь я за Жомиски живу. Машка-нашка. Когда новая, когда новые альбомы с музыкой будут? Скоро будут, у меня ожидается запись альбома в стиле каком-то смесь электроники и R&B, короче. Кстати, я в последнее время очень много натыкаюсь на фотки чуваков, которые фоткаются с дохлыми голубями. Это новый тренд, это короче. Новый тренд. Новый тренд, реально в инстаграме хэштеги «дохлый голубь». И я уже штук, наверное, 20 видел таких картинок, где всякие... Чуваки, причем и девчонки тоже, фоткаются с дохлыми голубями. Это пошел новый просто мем какой-то. И это фэшн, это стайл. Кстати, я хочу свэгги кепочку. Свэгги, бичес. Итак, все делают дружненько коня сейчас и умиляются. Какого хуя? Кто это делал для меня? Кто-то мне там здорово написал привет. Всем привет, кто меня узнал, кто меня вообще знает. А кто не узнал, тем пока. Тем пока. Тех забаят. Короче, я буду фандом оперы аноним. Я буду всех ненавидеть. Ты будешь рандом, чувак. Я буду рандом оперы. Бля, я выгляжу как из какого-то порно. Причем какого-то очень жесткого порно, БДСМного. Покрутение сосочки, детка! Реально. Детка! Oh, yeah. Я надеюсь, никто не сделал скриншот. Маша, скажи что-нибудь, что ли? Что-то. Поздоровайся со всеми. Всем привет, кто меня знает. Любительница котов на меня оставляет котейку. Блин, а ты легально его сюда принесла? Да. Окей. Я спросила разрешение. Окей. А то я ж потом пизды и получу. Где Белочка? Белочка у тебя будет после водки, дорогой друг. О, не Федорович. О, да ладно, серьезно что ли? Да ладно. Я в своем стриме появился, ну надо же. Маша не едет в Тунис. Федорович, будет ли сходка в Перми? Ну, а сколько населения Перми? Если миллион, то может быть и будет. А если меньше миллиона, то нет смысла, не окупится. Очень дорогие билеты нынче по России. Но, как бы, если миллион человек, то это, в принципе, окупается. А если меньше миллиона, то это невыгодно. Это то же самое, что просто взять и выкинуть в окно, я не знаю, там, 30 тысяч рублей. Я себе не могу такого позволить. Ребят, не спрашивайте, в каком городе будет вашим сходочка или нет. Будет так вот, что... Да, нет еще списка пока. И мы сейчас тут договариваемся. И так что вы не гоните пока... Мы не можем ответить, будет ли там в Зажопинске сходка. Может быть и будет, если нас позовут и нормально заплатят. Да. Не, Федор, нравится ли тебе твоя борода? Нет, я, знаете, ее ненавижу, но я не могу ее сбрить, потому что она каменная. Я подношу бритву, и бритва... У нее ломается лезвие.
Топоры не помогают, я уже пробовал. Да. Когда вот мы ездили за грибами, я пробовал топором побрить, и топор затупился, вот такой у него, блядь. Да, такая вот борода, именно поэтому я не могу ее никак... Горжетку отрастил. О, сиськи кто-то пишет, да ладно, наконец-то кто-то оценил их. Я так долго отращивал. О, да, не, не буду. Паш фанфиков перечитал. Блядь, смотри, как это бледно у вас смотрится. Сейчас скриншоты наделают. Где можно купить акции Омского ТВ? Акции? Мы не продаем акции. Мы уже требуют акции, но мы, ребята, на трейдерский рынок. В Перми население 991 тысяча. О, это уже покатит за миллион. Так что, возможно, мы там будем. Это рядышком. Блядь, да что с этим носом блеским? Чем так чешется? Берем говно. Берем говно? Ну ладно, какого числа Нефёд начал встречаться с Белкой? Я думаю, можно... Не знаю, а какая разница вообще? Ну, начал встречаться, и все. Нет, ну мне, я просто сам не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Он не помнит, он был... Мы познакомились на первом свидании, и между первым и вторым свиданием мы решили, что будем жить вместе. Я не знаю, на каком свидании начали встречаться. Никто не договаривался. Между первым и вторым свиданием, короче. Нефёд, а лох-патруль еще будет? Будет. Это я вам обещаю. Нефёд. Будет Новосибирске. Новосибирске, скорее всего, чуваки. Давайте, дорогие друзья, давайте оставим вопросы по поводу геолокации. То есть, буду ли я там-то, и когда там я буду. Еще я напоминаю, что кто пишет непонятную хуету в чат, типа копирует одно и то же сообщение, или пишет кучу каких-то знаков, захламляя весь чат, я того баню. Вот в данный момент я этим занимаюсь, вот у меня рука с мышкой. Я только что побанил спамеров, поэтому, ребят, не спамьте, спрашивайте вопрос. Просто один раз. А еще на самом деле Андрей Нефёдов пират, и у него нога еще с палкой. Блять, мы придумали гриб-пират. Гриб-пират с деревянной ногой. Это охуенно. Это охуенно. А будет Белка в шоу. У Белки вышло шоу сегодня на ее канале. Кто не смотрел, смотрите, подписывайтесь, ставьте лойс. А кто не посмотрит, тому ночью придет Дилда и Черный Василий. Да. Не того забанил. Нет, вот того. Все, бан. Все, бан. Отлично. Пацаны, гоу сейчас с вами. Они пьют в маске Гай Фокса. Так, какая-то хуйня. Где нормальный вопрос? Что это за тёлка в белом? Что за вопрос такие? Где твоя вежливость, гопник? Ромашка подсказывает. Иди куда, в подъезде порули телефончики. Рули телефончиком-то? Это поиграть в игрушку? Да, да, да. Заснять ваши, что ли, на микроприкол? Какие вы смешные. Хаван гей, кто-то сообщает. Да ладно! А ты проверил, что ли? А ты проверял, мы. Вадик нырнул в водопадик. Когда Белка придет? Блять, вы заебали. Когда она, тогда и придет. Она собирает чемодан. Видели, какой у меня чемодан сиреневый, огроменный просто? И вот собрать. У нас сегодня поезд ночью. Ты любишь динозавров? Вопрос. Я же не Никита! Никита, динозавр! Как мне рога настали? Блин, у меня почему-то количество зажигалок тут прибавляется постоянно. У меня, смотрите, сколько у меня зажигалок лежит на окне. Каждый раз кто-то подходит покурить фоточку и оставляет одну зажигалку. Их уже пять. То есть вы представьте ситуацию, кто-то с той стороны подходит, дай закурить. На 11 этаж. Тебе, на 11 этаж и дает зажигалку. И... Андрей, ну естественно, дает сигарету. Короче, спудимены всякие залезают мне тут и оставляют зажигалки. Кто-то пишет, что Маша милаха, но он забанен, потому что он пишет это по нескольку раз. Я напоминаю, что нельзя писать одно сообщение по нескольку раз. Будут ли ведухи с Туниса? Разумеется, будут. Иначе зачем вы говорите, да? Специально же едет. Я уже GoPro положил. Камеру еще не положил, но сейчас положу. И будут ведухи. Я постараюсь выебать морского ежа. Спрашивают, привет, как дела? Маша и Паша Пурочки. Нифига, у нас патент на Пурочков. Пускай они придумают себе другое название. Маша, зачем ты сломала голову бедной осуке? Потому что она осука. Осука. Вы типа там уже сумки собираем? Мы сидим стримим, а Белка собирает сумки. Андрей, ты куришь? Никогда. Ну так вот, продолжаем. Ладно. Милая татуха несет. Где рыбки? Прям милая, ну спасибо.
Паша, продай Нефёда. Не, не продам! Как я могу продать Нефёда? Это же мой братилка. Он не мой сутенёр. Он не может меня продать. Меня может продать только мой сутенёр. Да никто не знает, кто мой сутенёр. Он, да. Я не буду щупать свою девушку на камеру. Зачем это делать? Вы обойдетесь, будете фапать, не знаю, включите там их видео, фапайте. А я пощупал. Мой свою канал девушку. Называется Виатре. Рек! Маша, у тебя есть канал? Есть. Маша, нет канала. Но он там ничего нет, он пустой. О, запилите ролик какой-нибудь веселый. Запилим. Ку-ку, Маша и Паша. Кстати, нам очень понравилось сделать опрос на улице. Я думаю, ну мы как бы давно не делали, год, наверное. И мы тут недавно, нам надо было сделать один ролик рекламный. И мы снимали опрос на улице, и что-то мне так загорелся. Так что мы скоро восстановим опросы. Да, очень бы рад был бы снимать еще опросы. В смысле, какой у меня процессор? У меня в голове нет процессора, чуваки. В смысле, у тебя нет процессора? У тебя комп без процессора? Нет, в смысле, какого у Паши процессора? Ладно, у моего компа спросил, какой процессор. А, у Паши? Паша процессор мозг. Фиеста 2.0, я забаню тебя сам вот этой мышкой. Без вопросов Андрея Нефёдова, если ты будешь постоянно писать, чтобы я полапал кого-то. Полапай себя, пожалуйста, сам. Давай я полапаю Пашину голову, и ты успокоишься. Ты доволен? Дарования будут на днях сняты и выложены. А когда-нибудь? Андрей, а у Белки есть тату? Тату у Белки нет. Что есть? Тату. Тату? Нету. Она хочет набить. Да, тату на руке у меня навсегда. Оля Лисьева, Маша скоро приедет, так что жди. А у меня есть тату на залупе. Но это... Но это другая история. Это другая история, Омск ТВ. Сколько ты уже на Ютубе? Все, я вернулся и готов отвечать на смешные вопросы. Сколько я на Ютубе? Да. Миллион. Миллион. Скажите ня. Ня. На самом деле это очень смешно. Скажите ня. 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 Блин, они сейчас это нарежут и сделают из этого смешной ролик. Ну ладно. Заебала эта реклама. Как у вас дела? Дорогие друзья, мы ждем от вас какой-нибудь вопрос, на который можно ответить больше, чем одним словом. Ня. Елда как у коня. Ня, елда как у коня. Это надо под мотив Москва, звонят колокола петь. Ня, хуйня как у коня. Ня, седая борода. Станцуйте канкан. Лизните кукан. Будет ли... Лизните провода. В проге ты музло пишешь. А в какой проге ты музло пишешь? В Аблитон? Нет, я пишу в FL Studio, и Паша тоже пишет в FL Studio. Что у тебя с Мэдом? У него ничего нет с Мэдом, ребят. Да, я с ним не спал ни разу, честно. Хотя он об этом всем говорит, но на самом деле этого не было. Когда будут сходки? 7, блядь, сентября в Москве будет сходка. И в Питере через недельку, наверное. Я даже сейчас могу примерно, я не говорю точно, я говорю примерно. Если 7 в Москве, то в Питере, скорее всего, 14. Скорее всего, но это не точно. Либо 13, либо 14, либо 15, где-то так. Скорее всего, это не точная информация. Сделай, пожалуйста, обзор на меня. А ты будешь снимать в Африке гей-порно с неграми? Конечно, именно ради этого я туда и еду. Не ну, нет, если... Сиськи. Негры... Если негритянка имеется в виду, то... Я подумаю об этом. Живой Нефёдов. Нет, он мертвый. Нефёдова не существует. Нефёдович, ты малыш? Это в каком смысле? Блин. Я пытаюсь найти тайный смысл у слова «малыш». Ты брат. До скольки стрим? Не знаю, не знаю. Пока не надоест. Да, еще часа пол, наверное, точно. Какой фирмы Андрей носит носки? Я купил какие-то белорусские носки. Я их купил, знаете, где? На ВВЦ. Уберите рекламу. Она не убирается, она автоматически ставится. Так что мы ничего не делаем. Воу-воу, как много вопросов, да, что-нибудь найдем. Когда вы поедете в Тунис? Завтра! Маша, где одеваешься? Я уже
полтора года не одеваюсь. Не, ну ты в ванной комнату одеваешься иногда. В смысле не одеваться? В смысле не одеваться? В плане того, что у меня нет новой одежды. А. Я бомж. Давайте сошьем Маше одежду. Что собираешься снимать в Африке? Какие места планируешь посетить? Я планирую посетить, на самом деле, там есть какая-то адовая, ну, наверное, некультурно говорить про мечеть адовая. Короче, какая-то большая мечеть. Я ее посещу. И еще я посещу вот эти квартальчики. Я посмотрел фоточки из Туниса. Там есть такие, эти, как они, трущобы, короче, негритянские. Вот мы хотим туда сходить с Белкой. Я надеюсь, нас там не убьют. Мы оставим дома все деньги и возьмем одну камеру. Камеру и попробуем посмотреть. Вот камеру могут отжать, реально. Нас предупреждали в Египте, что там процветает отжимательство. Поэтому надо быть очень аккуратным. Особенно камера Нефёдова. Не, ну там меня не смотрят, поэтому... Нефёдов! В смысле не знаешь? Тебя в Тунисе смотрят. Я даже видел где-то, блядь, в Мабуту где-то меня смотрят, блядь. Даже мой канал, блядь, там два человека. В Мозамбике какой-то, в Занзибаре, блядь. Будет ли там сниматься ШБ, да, планируется. Нефёдов, можешь меня пропиарить за 130 рублей? За 130 рублей я могу прочитать твой ник в чате. Так сперва я жду 130 рублей, конечно же. Девушка Хач, приготовьте мне жрач. Смешно. Будет ли сталкиваться МША? Будет. Пёрните в Чукотку. А, чё, приедете в Чукотку, я пишу, что пёрните чётко. Давайте чётко пёрнем. Короче, в Чукотку мы, может быть, и поедем. Почему Нефёдов бросил ребенка? Я его не бросил, я его продал на органы. Но, разумеется, это шутка. И вы уже доебали, потому что я уже все рассказал на лайв-канале. А в Ростов поедете? В Ростов планировали. Там есть вроде как где покупаться, там есть пляжики пиздатики. У нас маньяк в городе. В горле. Чуваки, я напоминаю, кто повторяет свой вопрос по несколько раз, отправляется в бан без ответа на вопрос. Как только что отправился в бан какой-то хуесос. Почему, если заправлять лимузин кровью... Крокодил. Очень длинный вопрос. Вот опять, когда в Украине поехали с грибами, мы уже съездили, спасибо. Мы не знаем, куда девать уже эти грибы, у нас их вот так, блядь. Едет и не будет уже. Я не понял. Андрей Тыняш, спасибо. Когда в Украину... Ну, банал уже писать, 130 рублей. Вот это сейчас. Одну секундочку, дорогие друзья, мы сейчас побаним долбоебов. Здесь есть фриз, да? Фриз? Да. Ну, нет, типа... здесь нету фриза, это плохо, приходится банить вручную. Хуёво. Нефёдов, дай мне грибов. Чувак, запросто приходи ко мне домой, я тебе дам, у меня пол ящика стоит. Я не знаю, что с ними делать. Нефёдов, как ты относишься теперь к Бендер-чату? Теперь? В смысле теперь? Что-то произошло? Я что-то пропустил? Последний раз, когда я с ним общался, он вроде был норм. Но если он что-то там сделал, типа расчленил котенка, я не знаю, я не видел этого. Touch boobs. Потрогай сиськи. Или по-английски? Не будем. Довольны? Ох, блядь, напомнил про голубя. Го на YouTube, ибо тут реклама, идите нахуй. На YouTube стримить. Вы канал предлагаете засирать вот такой хуетой? Нет, спасибо. Я, конечно, снимаю все как говнецо, но, блядь, не до такой степени. Именно для этого существует Justin TV, именно для такого говнеца. Будут ли новые проекты? Будут. Об этом я рассказал в влог патруля. Смотрите последний выпуск влог патруля. Нас 550 там что-то человек. 163. И мы продолжаем. Есть ли смысл в двухпроцессорной материнке? Вот, хотел бы я это попробовать. Я не нашел, где купить двухпроцессорную материнку. Смысл я есть, конечно. Я оббегал несколько, ну, много магазинов. Короче, я нигде не нашел, где ее можно купить. Ее можно где-то заказать там с Америки или с Китая, но это, блядь, очень геморрой. Владок 89 идет. Отправляется в банк хуям собачьим. Говорится, Нефёдова будет. А что там обозревать? Я уже обозрел все виндузы и что там еще обозревать, я не знаю. Блядь, типа. 777, Джеральд 777 тоже отправляется к хуям собачьим. Продолжаем наш чатик с адекватными людьми. Да, между прочим. Сыграй на синтезаторе. О, мы увидели синтезатор. А, да, его видно. Он отключен, мне лень его подключать. Нинель будет?
Будешь делать. Пока что нет. А, Нефедов, передай мне привет. Привет тебе. Посмотри Windows Server 2008. Что там интересного? Как ты относишься к технике из СССР? Такой странный вопрос. А как можно относиться к технике? Короче, так вот звучит. Блин, я даже не знаю. Как можно так поставить вопрос? Как... То же самое, как ты относишься к газам? Блять, как можно к газам относиться? Я не знаю. Одними я дышу, другими нет. Также и к технике. Я... Какая-то техника интересная, необычная. Какая-то техника просто какие-то клоны американской техники. Ну, не знаю, что-то ты. Глупый какой-то вопрос. Маша зомби пишет. Я читаю вопрос. Все, ты какую музыку слушаешь? Классически. Мне надо сделать, короче, такие вставочки звуковые на этом корк на нападе и отвечать на вопросы одной точкой. На стандарт. Когда ЧБ? Скоро. Да. Какую музыку слушаешь? Такую, какая у меня в аудиозаписи ВКонтакте. Хорошую. Да. Веселую. Как у вас дела? Заебись. Адольф Хитлер, live. Live in New York. А, тебе нравятся няши? Конечно, мне нравятся няши. Всем нравятся няши. Большие сиськи, пишет какой-то чувак. Сука. Которого забанили! Добрались. Нефёдов дерево посадил, дочку вырастил, осталось дом построить. Да, осталось построить дом. У меня дочка еще не выросла, она еще растет в процессе. Выросла, наверное, до 18 лет считается. А осталось построить дом, и мы этим займемся в следующем году. А сколько вы уезжаете? Мы уезжаем на пару недель, я не знаю точно. Я не знаю, на сколько. Ну, сколько мне с котом сидеть? Хуй знает. Это Кири. Она специалист по этим вопросам. По котам. Сложно ли быть блогером? Конечно, очень сложно. Приходится целым днем задротить, бухать, тусоваться, жарить тёлок и прочее. Покажи дочку, говорят. Сейчас из дома принесу. Да, сейчас бегаю домой принесу. В Инстаграме у меня есть, посмотрите. А с кем ты едешь? Я еду с Белкой. Сколько Маше лет? Без понятия. 20 лет мне. 20 лет. Полный. Студия где твоя? Студию я сдал, наконец-то я сдал. Все, я расторг договор аренды, теперь у меня нет никакой студии. Фу, у меня там столько долго набежало, это пиздец. Машка, дай мне привет, пишет Полина какая-то. Полина, привет. Тихонова. Тихонова. У меня же хуй будут. Возьмите с собой, у меня же выйдет. Кстати, а почему бы нет? Почему бы нет? Я возьму с собой в Тунис умняшу. Она приедет с негром оттуда. Да. С негром. С негром. С двумя. Чем я их буду кормить? Слушай, купить двух негров? Нет, отличный план! Нет, негры и негритос. Я куплю двух негритяночек. Если вы понимаете, о чем я. Спасибо. Если не послушает. Кто это? А прикиньте, Ира сидит и смотрит этот стрим, а потом не даст пизды. Конечно, даст, чувак. И пизды тоже. Опять этот хуйсос спрашивает. Нефедов, как ты относишься к Бендерчат теперь? Теперь? Это после чего теперь? Чувак, напиши мне, что он сделал такого, что мое мнение о нем должно поменяться? В личку напиши, в ВК. Похоже, что она закрыта, ты пиши. Короче, заплати менеджеру 1000 рублей, добавься ко мне в друзья и напиши в комментарии. Ты-ты-ты-ты-ш, коммерция. Андрей, придумай частушку. И спой нам. Из колодца вода льется и куда-то сочится. Хоть и плохо мне живется, а ебаться хочется. Ну, Федор, ты няшка, спасибо. А тебе лицо. Какая камера? Качество хорошее. Это вы вот про эту камеру, про вебку, что ли? Вы называете вот это хорошим качеством? Это уебищное качество совершенно. А обычная камера, что вот это. Я не помню, как называется, у меня стерлось. Панасоник какой-то. КС-900, во, Панасоник КС-900. Выяпи мартышку, мне советуют. Вот я буду в Тунисе, если я там найду хоть одну мартышку, я обязательно ее выебу для тебя, чувак. И сниму это на лайв-канал. Напишу специально для чувака, который просил. Я выполняю все эротические капризы своих фанатов. Прихоти.
Так что с медом-то у вас? С каким медом, блядь? Кто это такой? Гоу в гачный день города, чувак, обязательно. Блядь, а мы его пропустим. Это ж так адово весело. Там столько малолетних шалав, которых можно споить и дрюкнуть, а мы пропустим. Блин, Паша. Блин. Что мы будем делать-то теперь? Это Маш, так плохо. Это ужасно. Лям пропустишь. Да, вот лям действительно я пропущу. Гоу в личку. Видеокарта у тебя какая? Это ты кому? Машка, какая у тебя видеокарта? Хуй знает. Омская ТВ устроит сходку в Омске. Да. Блядь. Если полицию шлёпну, больно. Полицию. Слышь, Мавроди, что ты в кореша ВКонтакте не добавляешь? Страх потерял? Нахуй иди, школьник. Омская ТВ рулит. Еее. ШБ будет. Да. Я не успеваю. Мамка твоя школьник. Моя мамка студент. Чё, охуел? Сука, заебал мне этот хуясос. Я его забанил. Пошёл он в пизду. Я ему тайм-аут въебал 10 минут. Чтобы он подумал над своим поведением. Ты масленок? Нет, я адепт. И то, что ты приедешь в Ярославль. Что это? Это город такой? Село Ярославль. Какие вы прокладки? Чё? Какие вы прокладки пишут? Хуй знает. Не помню. Зачем вам эта информация? Такие же хочет. Ещё передай привет, привет Даньке. Даньк, здорово! Данечка! Как жизнь, братюня? Оби, обей. Когда девка придет? Не знаю. Спросить у нее. Спросите что-нибудь у Маши, только адекватное, и она поотвечает немножко. Ну что, ты бы хотел, чтобы Ромажолк провел концерт в Дагестане? На самом деле, да, если бы он провел концерт в Дагестане, это было бы очень смешно, мне кажется. Я бы видеоотчет с этого концерта посмотрел. И желательно, чтобы он провел этот концерт без охраны. Это было бы гораздо смешнее. Маша, сколько ты встречаешься с Пашей? Почти 3 месяца. А вы с какого дня считаете? У вас есть дата какая-то? Да. Дата знакомства и дата, когда начали встречаться. У нас одинаковая дата знакомства примерно. Один день у нас разница. Да. А вы раньше познакомились? Нет, мы же позже на день познакомились. А, она была же ведь тоже, но на сходке первый день мы все увиделись. Да, но мы с ней не познакомились. Ну, все равно. Ну ладно, мы увиделись все в один день, да. Так что у нас вся омская семья познакомилась в один день. Да, мне нравятся умняши, они такие милые, такие маленькие. Когда первый раз увидела умняшу, как раз-таки на сходке, когда Андрей мне ее показал. Я очень удивилась, что она такая маленькая. Я думала, она больше, что он все время тыкает ей в камеру, и она кажется большой. Машка, я люблю тебя. О-о-о, кто-то пишет. А-та-тат! Где ворона? Какая ворона? Каркарыч? Каркарыч у батьки. Может, воронка? Ж... Нет, наверное, ворона. Это который Каркарыч. Но у батьки, это же батькин Каркарыч. 2500 и будет лям. Заебись. А где белка? Я не знаю, где-то там, в других комнатах. Андрюшка, я люблю. А вот пойду и узнаю. Кто-то меня любит. Ничего подобного. Давайте задавайте вопросы, и мы будем отвечать. Меня никто не любит. Пока не Фёдор. Меня все ненавидят, блядь! Да иди! Кто-то спросил, люблю ли я стихи. А где стихи? Паша и Маша? Ты любишь стихи? Я их пишу. Маша пишет стихи, вот так. Я что я умею, кроме создания музыки, на самом деле много чего. Я умею ее обозревать. Я не успеваю читать. Маша, какую музыку любишь? Я говорила, что я меломан. Маша меломан, любит разную музыку. А дарование с Машей будут. Да, я люблю борщ. И готовить его люблю. Но борщ. Зачем вы про еду? Я кушать захотел. Давайте не будем про еду. Я только что узнал. Белка скоро придет. Да, я знаю такой остров Сахалина. Что такое?
Хочешь купить Юкам, и мы боржом. Это, видимо, кто-то из фанатов Мэдисона. Так, одну секунду, друзья. Я сейчас побаню хуесосов, которые спамят. Пишут свой вопрос по несколько раз. Или пишут какую-то хуйню. Так, почище стало. Гачина рулит. Ребята, Джастин ТВ не, так скажем, не платный. Это просто если дофига зрителей, он автоматически запиливает рекламу. Такой да. Вот Джастин. На самом деле на Твиче тоже. Несет какой-то телефон. Samsung Galaxy S4. Да, я сплю с игрушками. Маша без лифчика, кто-то пишет. Маша без лифчика? Эротик. Че, серьезно, что ли? Ладно, я шучу. Причем тут реклама? Палево. Палево. Нифет, а я няша? Нет. Нет. Андрей Шалун. Да-да-да, я такой. Руки, Паша, убери. Нет уж, не уберу. Сиськи, опять 3000 рублей, что такое? Испанец. Нифет, передай мне привет. Hello! Когда будет hello. Видео про Тунис? Блин, сейчас залью, подождите, заливаю уже, я про туда еще не съездил, но сейчас уже заливаю. Да какая накуратель, скажи, что это Тунис, чувак. Да-да-да. Посмотрите видео с Египта и представьте, что это Тунис. Паша, сколько тебе лет? 25, скоро 26. Старый перец. Нефёд, я хочу от тебя детей. Что ты с ними делать будешь? Я твоим детям помогать не буду, иди нахуй. Я их списываю со своих счетов, твоих. Так, Федор, ты в Самару опять. Ха-ха-ха. Сколько стоит Маша? Что такое Шабалайф? Сколько стоит Маша? Тут написал, сколько стоит Маша. Маша не продается. Мне тоже интересен этот вопрос. Ладно, мне он не интересен. Не продается. Каким цветом трусы у Федора? Блять, это полобок, чувак. Хикер, привет! Сиренево. Бля, это было видно? Да ну вас нахуй, серьезно? А, похуй. Ну, Федор. Вы дрались, когда были мелкие. А, Андрей, вы дрались, когда были мелкие. Блядь, когда мелкие все дрались. Нормально. 30 секунд до Марса. Всем привет. Насколько Маша выше Паши? Сантиметров на 8. 8. Ну, Федор, какое у тебя хобби? Снимать видеоблоги. Что там читается? Я все равно буду тут писать. Привет, Оля, успокойся. Когда будет добромет? Когда привет, Амша? Нифет, какой у тебя хуй? В смысле, какой? Настоящий. Белый. Белый. Обдябля. Сколько стоит стать твоим братом? Ну, хер знает. Спроси у моего папки с мамкой. Когда МША пригонит? Не знаю, спросите у МША. Я думаю, уже скоро. Я думаю, в течение недели. Какие ты мозга занимаешься? Любишь хвосты? Ты любишь хвосты? Не знаю. Со скольки лет ты мозг? Это кому вопрос был? Паш. Нет. Со скольки лет? С 13. Это так. А хуй знает. Я вот не помню. Я помню, с какого года, сколько мне было лет, я не помню. А, ну если есть 10, 11, да, с 14 лет. Почему МША? А почему не МША? Ушки остались дома, в Москве. Они не поехали со мной. Дюбишь пизды? Дюбишь. Блять, как ответить на этот вопрос? Паш, ты дюбишь пизды? Я хуй знаю, что такое дюбишь для начала. И что такое пизда? Сфоткаешься с негром обязательно, если он со мной сфоткается. Поздравь меня с ДР, ёптыть. С ДР, ёптыть. Народ, это развод. Это не прямая трансляция. Это кривая, блядь, трансляция. Сколько пошли? Уже спрашивали только что, вы что, второй раз? Какая любимая книга у каждого из вас? У меня любимая книга была, последняя, что я читал, это был Рю Мураками «Дети из камеры хранения». Да ладно. Да. Я читала Рю Мураками, там что-то наслаждение, апатия, смерти. Не, вот это я не читала. У меня дома она лежит. Я как-то привязываю, что читаю. Тоже классно. Окей. Так, Нефёд, забань меня. Бля, уже улетело сообщение, падло.
повезло. Пока будешь туничить, снимешь ШБ с неграми, да. Нефёд, скажи, что Кирилл пидорас. Кирилл пидорас. Он хуже. Зигани, Нефёд. Нет, не зигану. А то вы еще пожалуетесь на меня, что я, видите, тут расизмом занимаюсь, распространяя расистскую порнографию и прочее. Нефёд, почему ты стал работать на Иисус? На Иисуса, блин. Нефёд, почему ты стал работать на Ютубе? Потому что это блядски весело и блядски прикольный фильм. Ну, блин, по-разному. Ну, так из таких вечно любимых это всякие чужие там и прочее. Тут пришел. И ушел. С мокрой головой и ушел. Лизни камеру. А членом тебе по камере не постучать? Белка, белка, белка! Она ушла. Она ушла, успокойтесь. Скоро придет. Маша. А Маша вкусно готовит? Маша вкусно готовит. Пикап мастер. Стучи членом по камере. Ну ладно, хорошо, только я же первого закрою. Она ушла в дупло. Нефёд, почему нет что-то там? Нет, нет. А как сама на вкус? Как ваша на вкус? Отлично. А что ты нас отвернул? Меня спрятал. А хуй его знает. Камера. Просто камера. Такая камера. Just camera. Нефёд без лифчика. Хомяк сдох. Нет, я в лифчике на самом деле. У меня пушап. Маша, ты няша, привет. У меня хуй встал. И похуй, что я баба, блядь. Таких баб любят в Таиланде, я знаю. Именно поэтому я туда не хочу ехать. К вам придет гопник-дрончик? Нет, к сожалению. Да. Андрей, как ты относишься к голубям? Голубя. Они вкусные. Они вкусные. Когда мертвые. Да. Всем привет. Массажист я профессия. И она мне каждый вечер делает массаж. Так что... Хули этот стрим смотреть полюбили, ёпта! Че ты, блядь? Короче, блядь, нахуй, че тут за хуйня творится, блядь? Гопни. Че там такое, блядь? Пацаны, блядь, спросите какую-нибудь хуйню-то, блядь. Хули вы дрончика звали, блядь, и сами нихуя не спрашиваете, блядь. Засали, блядь. А чё, засали, что ли, ёпты? Хули засали-то, блядь? Уёбки, блядь. Как дела? Заебись, блядь, у нас на районе, короче, дела. Сука, вчера кто-то в лифте насал, блядь, пидорас, сука, ему ебальник сломал, блядь. Уёбку, блядь. Короче, вообще чётко всё на районе, ладно, я пошёл. Меня там братаны ждут, блядь. Гашку привезли, я пошёл, ёб. АК-47! Витя Максим! Короче, он ушел, пацаны. Все, здесь. Да. Гопник дрончик ушел, так что мы возвращаемся к нашей трансляции. Вот. Кто просил его забанить, я забанил. Отлично. Паша будет моим лифчиком. Как абсент? Не буду. Я уже подрабатываю. Паша и Маша, да вы милаши. Паша и Маша, да вы милаши. А как я, может, кашу? Трахать тетю Глашу. Зачем зацепилась занавеска? За меня так резко. АК-47, Витя и Максим. Сучки хотят узнать номера СИМ. На такси бомбим. Дуем парики в патики с пацками на моциках и маздаках. В чужих местах и родных городах. Кто-то мне звонит, сука. Алло, алло, это Пакистан. Это мне звонит шкальник по скайпу.
Я трубку брать не буду, пососи мою залупу. Давай. Продолжаем. Засунь палец в пупок. Давайте поставим саундтрек к порнофильму, и вы будете просить делать всякие вещи. Воу-воу-воу. Давайте. А чё, норм? Какой у тебя скайп? Может, Сбер такой? Скайп? У меня скайп премиум. Нихуя ты. Нихуя кто там загоняется. Блять. Оп, оп. Оп, сука, оп, оп. Этот тоже. О! О, есть! Еее, забанен хуйсас. Второй. Этот тоже. Второй. Ооо, еее, забанен хуйсас. Все. Два хуйсаса забанен. Купишь мне Туниси раба. Блять, чумя вот очень дико. Нет, я не буду его. А похуй забанил. Не знаю, кто это был, но я его забанил. Мне еще дико раздражают люди, которые пишут, как дела. Они, я не знаю, это, по-моему, самый долбоебический вопрос, который можно придумать. Мне кажется, это пишут люди 10 лет. Ну, 5 даже, потому что, в принципе, им похуй, они еще не умеют печатать. Как у тебя дела, потому что они пишут это просто. Ну, он кто-то пукнул. Не, ну, серьезно. Пукнул я, написали он там тоже. Кто-то пухнул. Блять, мы рады за тебя, что ты пухнул. Мы рады, что ты пухнул, и теперь ты в бане. И сейчас я еще... Короче, чуваки, кто пишет, я напоминаю, кто пишет вопрос по нескольку раз, отправляется в бан, и в данный момент я сижу, вот видите, у меня мышка, и я баню всяких хуесасов. Паш, поцелуй Машу. Да. Если Маша не разрешит ее поцеловать, я поцелую. О, милости. Ира! Когда ШБ? Так как S4? Я запилил ролик о том, как S4. Есть баги. Парочка, которая мне нравится. Маша, засоси Пашу. Засоси. Меня так бесит это выражение. Засоси. И не будет его. Ты знаешь пылесос? Пашу в пылесос. Засосала. Засосала. Засосана. Засосана. Давай читайте вопросы смешные. Нефедор, сколько тебе лет? 28. Белка бреет ноги. Нет, она сушит голову феном. Вы слышите, фен гудит? Не, они вряд ли слышат. Ну, короче, он гудит, блядь, ебаный. Туберкулез. Паша не лапает меня, он загораживает самое дорогое. Чтоб вы не фапали там и не забрызгали все экраны. Он заботится о ваших мониторах, друзья. О ваших семенниках. Семенниках, а не грибы? Маша, покажет. Срочно куплю слона. Паша, Маша, привет. Андрей, привет, где привет. Служил? В армии, прикиньте, блядь. В стройбате. Я честно всегда говорю. Паша, ты номер один в чистке мониторов. Нет, я их не чищу. У меня рост 175. Любите Человека-паука? Нет, потому что он постоянно приходит, залезает на 11 этаж и приносит зажигалки. Нифига, когда сходки в Украине. Осенью. Как убрать рекламу, купить премиум аккаунт? Почему Белку зовут Белки? Потому что... как дела? Ахаха. Заебись. Ну, какие вопросы, такие ответы. Мой монитор уже не исправится. Кинотеатр любите ходить? Нет, любим. Едь Тунис, купи слона. Окей. Привет тебе с Украины. Привет, Украина. Hello. Сало не моя, горилка да хуилка. Да хуилка. Да блин. Привет. Full HD не будет. Привет, я буду сходка в обезьянину. В обезьянина, блядь. У меня руки вспотели. Это подогреватель, на самом деле. Будет ли зима, спрашивают. Зима будет. Я уверен, она будет. Нет, она будет. Это я вам точно говорю, будет зима. Очень холодная. Привет, города Братска. Привет, городу Братску. Интересно, есть город Блядск?
Наверное, есть деревня, бля. Ух, хотел бы я там побывать. Там не хотел бы. Хотя, уверен, так громко шумит фен, что она вряд ли услышит эти шуточки. Поэтому я хотел бы. Быстро скидывайте мне номер, скорее, скорее, пока никто не слышит. Быстрее, быстрее, свои номера, девочки. Я к вам приеду всего за бесплатно. Привет из Твери. Привет, Тверь. Привет, Дверь. Привет от Двери. О, номер же скинул. Воу-воу-воу! Записываю, давайте. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так, так, записал. Позвоню в скайпе, так, записал. Все записываю с вами. Привет, Искарима. Ты что там живешь? Искарима, да. Респект с киримянам. Все, все, больше не скидывайте своих номеров. Мне хватит их на всю жизнь. Может тебе замутить программу пранк по телефону и звонить всяким шкальникам и издеваться над ними? Которые скинули на как вы думаете, да, как вы думаете, стоит ли это сделать? Да, давай, говорят. Хитрецы. Хотя, да, чтобы поиздевались над шкальниками. Хорошо, займемся этим на досуге. Тем временем уже 22 часа 27 минут. Вон, если белка не придет сейчас. Слышь, красная надпись. Красная надпись. Видишь, спамит. Говдоту, да? Говдоту, 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 говдоту. Спамит, спамит. Кто спамит, тех мы баним сразу же без вопросов. Нет, не тот чувак. А где? Вот он, вот он. Вдотка 345 за бан. Да. К хуям собачьим. Слонячим и парасим. Они говорят, ты хочешь деток? В смысле? В каком смысле я их должен хотеть? Это Тесак, наверное, пишет. Если я отвечу «да», то он скажет, ах ты грязный извращенец, хочешь детей? Всем привет из Blood and Soul. О, Blood and Soul, привитос. Ничего, бухой. Нет, еще не бухой. Вы меня еще бухим не видели. Я начинаю дерево лазить, крушить столы, головы, а насиловать все, что двигается, и все, что не двигается, двигать и насиловать. И поэтому, при этом еще нецензурно выражаться и нечленораздельно изъясняться. Эти можно купить няш, скамняш, и матняш. А вот хер знает. Я не купил на самом деле ни одной из этих кукол. Мне их либо дарили, либо я их находил. Мариш. Виделся хоть раз с Тесаком? Нет, ни разу. И более того, я с ним даже ни разу не общался. Ну, по контакту или по скайпу. Вообще никак не контактировал с ним. У дочки отнял. Да, честно скажу, первую умняшу я отнял у нее. Ну, не то, что отнял. Просто взял. Она была не против. Паш, как дела на лайв-канале? А, нормально. Недавно вышел летсплей. Скоро следующий. Ждите. Где Пашин говорящий хомяк? Какой дочь? Дома! О, кстати, да, где он? Да. А я часы проебал. Это был первый подарок от Пурчика. Я еще тогда не знал, что это Пурчик. Это была какая-то левая тёлка на сходке для меня. Но это был первый подарок. А потом этого подарка не стало, я не знаю, где он. А теперь есть Пурчика, подарка нет. Естественно, проебал. Ну чё, поздравляю. Приезжаем и поздравим всей компании. Зачем в пончике дырка? Зачем тебе футболка задом наперёд сшивать на выворот? Ты глаза ебёшь с чувака на нормальной ноге. Вот что такое, это шоу. Так должно быть, да. Да? Такие швы нынче делают? Да. Нихуя себе. Теперь, если я что-то одену шиворот на выворот, я скажу, что это так должно быть. Так и должно быть. Маш, поцелуй Пашу. Уже целовала. Давайте я поцелую Пашу. Целуй. По-братски. Да. В руку. А меня? В глазик. В глазик? Я просто не поняла, к какому месту переложился. На видео смотрелось, как будто тебя... Как в рейслинге головой. Зачем в пончике дырка? Для того, чтобы его удобно было держать эргономично. Это эргономика. Вот так вот берешь так... Все, что производится, специально разрабатывается, эргономика просчитывается, чтобы можно было удобно держать, или вообще, чтобы было привлекательный вид, и чтобы его купить. Потому что все, что вы покупаете, это все говно, полное собачье дерьмо, и вам оно не нужно, но оно пиздато выглядит. А в баранке дырка зачем? Да. В баранке, ну, чтобы... Насаживать на ниточку. Чтобы насаживать.
Ну кому насаживаете, а кому на ниточку? Не кукан. Не Федыч, ответь. Андрей, бань спамеров. Окей, 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 окей. Кто-то пишет, Николай Белышев, няша. Курт Вилберт, залогинься. Николай Белышев, это же Курт Вилберт. Да, да, да. Кто-то пишет, белку, 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 тоже забанен. Ныне забаненный. Кто-то пишет, Нефед крутой, тоже забанен. Даже несмотря на то, что он пишет, что Нефед крутой, потому что он спамит. Ребята, если вы спамите своим сообщением, пишите по 100 раз одно и то же, вы раздражаете других людей. Даже если вы пишете очень хорошие вещи, вы отправляетесь нахуй. Я произвожу чистку чата. Хуй саса. Все. Что-то забасит. Ладно. Продолжаем. Продолжаем разговор. А Хован жив, спрашивает меня? Ну, слушайте, честно говоря, не знаю. Я давненько от него ничего стоящего не видел. Вот рекламный ролик Nokia был от него, вот этот, типа, вся правда о Хованском. Это рекламный ролик Nokia. А еще был летсплей какой-то с Мэдисоном, по-моему. С Хуэдисоном. Но вроде как это все. Больше ничего от него не видно. Где, блядский, третий сезон, блядь? Я сдавал у него 100 рублей! Где он? Я требую. Мои 100 рублей в этом блядском третьем сезоне. Я думаю, их уже нету, конечно же. С другой стороны, 500 000 на стендап. На стендап! Ладно, проехали. Привет со Львова. Привет, Львов. Там МША был недавно. Нефёд, ты смотришь рейслинг? Вы что, ебанулись? Нет, конечно. Маша, улыбнись. Шире. Подкните на широкую, на шире. Широкую. Широкую, на широкую, блядь. Ты жаришь белку на подсолнечном масле с солью и овощами. Где Курт Кобейн? Я не знаю, где Курт Кобейн. Точнее, нет, я знаю, где Курт Кобейн, он лежит в могиле, но я не знаю, где его верхняя часть башки. Потому что она разлетелась в крошево, когда он застрелил себя из ружья. Та-дам! Ты уже пришла к нам? Да. Да ладно, я без того. Ну иди к Андрею. Нет, у него там нет места для меня. Да. Вы не останавливаетесь? Тазик, например. Тазик. Эй, Тазик. Продолжаем. А, что там интересное? Белка, грязная тарелка. Это оскорбление для девушки. Не для девушки, а для нормальной девушки. Типа там девушка, грязная тарелка. Девушка, типа посуду не моет. Вот. А, продолжаем. Привет из Волгограда. Привет, Волгоград. Hello. Литературный проект «Новая жизнь». Маша, сними платье. Привет, хоп. Давай я вообще отсяду. Так, я убегу. Ты снимаешь? Да. Я убегу. Отсюда. Привет, чуваки. Иди ко мне, Маша. Итак, дорогие друзья. Это прожектор. Начинается... Старис. Нет, нет. Начинается видеоорген. В прямом эфире. Ууу! Что это за вопрос? Ну, это типа всех захватываю. Ладно, читайте вопросики. Вы звали белку, вот она пришла. И тишина. И мертвый с косами. Покажи тату. Короче, ничего интересного. Где жена? Кто такой Лулу-ложка? Не знаю. Хуй какой-то. Привет, бабуля. Опять внуки появились. Оля, я пидор. Почему не Брундук? Оля, не сходи с ума. Оля пидор? Да. Какая Оля? Не знаю. По мне соскучились. Мне соскучились, как приятно. Если вы соскучитесь, мне тоже приятно. Я по порчику просто соскучился. Продолжаем. Что у вас тут интересного происходило? Кто из вас пидорас? А, кто из вас цикава? У нас ничего интересного, обычный вопрос. Вообще ничего интересного. У вас без меня ничего интересного. Прям да, совершенно дефолтные вопросы. Ладно, порчик рули. Я на тебя полагаюсь. Ах, какая как жара, чуваки. А я чувствую, мне такое ощущение, что была реально жара. Потому что жарко, но как-то очень тихо.
Жарко, но тихо. Жарко, но тихо. Где интересные вопросы? Ну, чуваки, скажите-ка, эй, ребят в чате, вы смотрели Белкин блог? Что вы думаете? Фу, сейчас у вас есть возможность сказать прямо все, что вы видели. Что там, где жена? Да. Жена дома. Я вчера у нее был в гостях, у нее все норм. Чего это за мышой? Это просто чат быстро идет. Нет, это что-то... Как ты это делаешь? Ой, да брось эту херню. Ладно. Вот меня раздражают, за ним ничего не видно. Воу-воу, да, грибы! Грибы в морозилке, сваренные грибы в морозилке лежат, ждут своего часа смертного. Вот на Машу с Пашей возлагается ответственная миссия. Уничтожить! Эти грибы как-то знатно закашеварить, какой-нибудь хитрый рецепт, обязательно выложить в Инстаграм отчет, а то я не поверю, что вы их не просто выкинули в унитаз. Вот, и значит, все делают. Мне кажется, что они так и сделают. Нет, я... Блин, ну знаете, их потом и кровью собирали. Кто-то забрызгал экран. Мы кровоточили и потели. Чуваки, я надеюсь, вы забрызгали экран слюной, слюной. Визжа, ура! Слюной. Да, не чем-то иным. Паша, это дарование. Повторяйте, кто там... Дарование скоро. Там спрашивают, вкусно ли белка готовит? Чуваки, ну я должна отмечать. Это вот ребята, я их кормлю второй день. Ням-ням. Они должны отвечать. Вкусно. Мне приятно. Я люблю кормить людей. И чего там? Все, короче, молчат, все читают, что происходит в чате, что вы пишете. А я томат. Смысл задавать здесь вопросы, если надо... Чего? Смысл задавать здесь вопросы. Чувак, с зеленым ником я не успеваю, но я тебя заметила. Там что-то про адекватность и так далее. Мы адекватные. Да, мы адекватные. Я пошел в окно прыгать, короче. Я не вижу вопросительных знаков. Я вижу какую-то ерунду. Ира, ты очень хороший человек, спасибо. Чего очень? Мы все здесь такие очень хорошие, здесь исключительно хорошие люди собрались. Я кроме Паши, Нифига, он плохой. Что ты и Марь. Ладно, он хороший. Иди я шучу. Ты. Я уже ушел. Белка была в качке. Скажи, ням, бла-бла-бла, что-то там по жопе. Кстати, я бью Андрея по жопе, но вы, наверное, этого не видите. Не слышите, да? Я тебе не набила синячок. Маленький такой. О. Не то. О, оживи. Я ее оживил, продолжаем. А я буду банить тут специально вас. Что, нас зовут в Канаду? Если вы будете писать постоянно одно и то же, и вот, например, вот это, Петя. Весь... Дайте сюда криворукие вот. Обезьяны. Вот он. Сейчас я их забаню. Забанить! Дырокол. Чувак с ником Дырокол, блядь. Это, надеюсь, в эротическом плане он такой ник себе придумал. Колоть дыры, Андрюш, это не очень эротично, я тебе хочу сказать. Колоть дыры, это значит лишь одесности. Чувак, фей, которого... Мне почему-то, мне вот нормальному человеку, мне представляется рыбалка, и значит, и дырокол, и лунка. Дырокол, это же не для рыбалки, это дырки протыкают в документах. Ну, если это касательно человека, если человек такой выбрал ник. Нет, человек-дырокол, это человек, хобби которого лишать девственности юных дев. И он ходит, и этим как занимается. Многого он, я с тобой он не встречается с тем, кто уже не девочка. Много с девочками. Как ох, пошутил бы я, но не буду. Что? Чуваки, а когда вы пишете вопрос с таким обязательным знаком «ты», вы конкретизируете, к кому вы обращаетесь? А похуй, кого-то забанил вообще, кого-то левого. Вот, господа спамеры, за вас страдают нормальные люди, я иногда промахиваюсь и баню обычно. Я не поняла, какая-то там Ольга считает, что Белка и Андрей не няши. А кто же мы? Умняш. Воу, полегчим. Веб-камера ни в чем не виновата. Почему Роман считает, что Маша недостойна Паши? Ты влюблен в него? Паш, у тебя не было никогда романа с Романом? Нет. А то вдруг... Я ебу детей, кто-то пишет. Чуваки, скучные вы какие-то. Да, давайте какие-нибудь нормальные вопросы, а то какую-то хуйню уже реально. Вопросы по поводу застрелили Курта Кобейна, еще какую-нибудь херотню. Но не смешно и не интересно, иначе никому не нужно, только раздражается. Миллион на Омском уже? Нет, я только что смотрел. Там не было миллиона. Вы врете. Вы лжете и лжеявствуете. Почти миллион. Почти не считается. Вот когда будет миллион, тогда пишите. Оля поправилась. Она теперь считает, что мы все няшечки. Няшечки. Черт, почему у меня не три руки? Я не могу вас всех одновременно погладить. Мы можем погладить все друг друга. Какая Оля? Давайте все друг друга гладить, короче. Как приятно.
Чуваки, вам. Смотрите, скриншот выложит потом. Приятно быть не моет. Будет ли еще стрим? Конечно, будет. Когда-нибудь. Из Египта. Из Египта? Из Туниса. Из Египта? Я постоянно путаю. Потратим все свое состояние на стрим, да? Отлично. Твое. Не пишите всякую херню, задавайте вопросы нормальные, адекватные, ребят. Петух! Ну, Фёдор Белка, вы едете вместе в Тунис? Нет, мы едем по отдельности. Разными самолетами. Мы в разные отели, в разными самолетами, короче, будем купаться в разных морях. Да, обязательно. Нет, встреч только одно море, поэтому не получится. Как бы никуда не денешься. Только разные курорты могут быть. Да. Если бы были бы в Египте, можно было бы в разных морях. Ребята, у вас есть деньги. Без знаков препинания. Чувак, ну ты прав, как бы тут, понимаешь, с фактами не спорят. У тебя есть деньги, чувак. Просто у кого сколько? У кого 50 рублей, у кого ноликов побольше. Групповую. Мне 50 рублей. Хватит меня палить. Ты ж меня грабят. Чувак, устрой себе групповуху своими обеими руками. Паша, ты любишь сушу? Нет, я люблю японскую еду, да. А я люблю японскую езду. Хорош, кстати, вопрос, Андрей, а будет ли ностальгия плей? Я что-то сегодня видел. Да, будет. Будет, обязательно, говорить. Обязательно будет. Не знаю, когда, но будет. Я люблю старинные игры. Будет, знаете что, DuckTales Remastered. Я скачал, установил, поиграл. Офигенный ремейк DuckTales. Будет обязательно летсплей по нему. Машина есть у тебя? У кого? Вы конкретизируйте, кому вопрос задаете. У меня нету. У меня тоже. Только у Паши есть машина. Маш, любишь животных? Нет, блин, не люблю. Глупый вопрос. Она обожает пауков. Да, я обожаю животных. И хочу охотину, улиточку. Большую такую. Да, улиточки рулят. Вот еще недавно у меня мадагаскарский таракан убежал дома, где-то бегает. Да, скажи ням. Маша, покажи ноги. Давай ты ноги покажешь, я говорю ня. А ноги. Ня. Смотрите, они сейчас скриншоты напилят, скажут, что вы... Ладно. А что они скажут? Нинель мертва. Заскринено. Ирочка, у тебя есть комплексы? Есть, конечно, есть у всех. Просто кто-то с ними дружит, а кто-то нет. Я дружу. Ну расскажи, какие у тебя комплексы. О, это и все знаешь. S300, S400. Там один, что ты все любишь. Такие полосочки, одного, пятнышки. Вроде ни одного не видел. А это комплексы? Ну конечно, ты как бы. Андрюш любит все мои комплексы, это приятно. Кисаеблан, ты будешь скоро забанен, если еще раз напишешь какую-нибудь хуйню и... Нифёд, ты в жопу. Поедешь на рыбалку в Тунисе. Блин, ну если там есть такая услуга, если это реально будет интересно, я думаю, может быть даже. Может быть. Хотя вообще мы не фанаты особо рыбалки. Да. Ёж, будешь ты играть в новый DuckTales? Блять, о чем я говорил минуту назад? Ира, какая твоя любимая игра? Игра какая? Компьютерная, настольная? Эротическая. На это мы опустим. Об этом знают только избранные. VIP-персоны. Избранные? Сосиска! Ну, я имею в виду, у нас маленькая компания. Сосиска. То есть я без труснёв сидела. А, забыл? Да, точно. У нас же свингерская вечеринка. Короче, конкретизируйте, какую игру вы имеете в виду, потому что мне лень перечислять все. Я ленива. Белка, поцелуй не Федоровича. О, надо чуть тянуться, понимаешь? А я пока побаню всех и тоже какую-нибудь поцелую. Такой скриншот года. Господи, какая-то блядская оргия, действительно, это не стрим, это блядская оргия, ребят. Все, мы больше не целуемся. Да, никогда в жизни. На видео. Кого мы обманываем? У Паши есть инстаграм. Опять, чуваки, блин, вы забываете, вы вообще, вас познакомились с вопросительным знаком? Где, непонятно, где вы... Это утверждение. Утверждаете, где вы почему? Это не вопрос, это утверждение. У Паши есть инстаграм. Спасибо, мы в курсе, я даже подписан. Паш, у тебя есть инстаграм, прикинь? Клевое. Да, я ой, даже создал, я даже выкладываю туда. Какой абсцент пьет Нефёдов? Вакханалия! Паш, Андрюша, Паша. Винсент Ван Гог. Что там, бля-бля-бля, короче, вы няша. Паха, ты такой серьезный. Паха. Пахан. Сейчас опять гоблик-дрончик придет, осторожней с этим. Когда сходка в Украине? В Украине? Давайте устроим сходку где-нибудь, знаете, в каком-нибудь селе в украинском. Давайте сходку, короче, на Чернобыльском реакторе, на крыше.
На крыше Чернобыльского ветка? Да. А потом все там останемся жить, да? Нет. Вернее, существовать с третьими руками, третьими глазами, вторыми носами. Может, у меня второй член вырастет. А если 10 сразу? Знаешь, такой куст? Куст. Ну, тогда мне надо будет расширять компанию. О, мы же не целуемся на камеру. Да, точно. Фу-фу-фу. Вот таким быть. Привет из города Тамбова. Катя, видеокарта, я уже 100 раз говорил. GeForce GTX 660 Ti. У кого сиськи больше? Чуваки, вы их видели, что скажете? Да, мне кажется, одинаково. Ну, как бы на камеру, наверное, смотрится, что у Маши, потому что белая, ну, если вообще вы в курсе, оно... Ну, короче, в реале они примерно одинаковые, если, форма если голышом смотреть. Голышом. Эксперты сидят! Блин, мы спалились, что мы устраиваем блески оргии. О, смотри, мне не разделились. У Маши, у белки, у Маши. Но я лично сейчас спряталась, я в тенечке, меня не видно. Покажите умняш. Блин, лень, они там лежат. Я вот только одного вижу, который тут поближе. Нет, одна вот он еще голубый. Там все? Ну, я, короче, дотянулась только кто-то. Это Мадняша, да? Снежевая? Не знаю, Малинка. О, грудь больше. Ну, Маша. У кого больше грудь? Почему Андрей! Не, он похудел, не надо так. Да, не видите, надо как я стал тощий. Если бы у вас было три желания, что бы вы загадали? Ой, мы уже в прошлый раз мучились, пытаясь представить, чтобы мы загадали. Я, честно говоря... Вот такие ухи, ухи, вот такие ухи, фистелки, всякие вот такие. Вы такой, вот, хоть куда мне уже? Как у Иры такой, вот, ну, вот такой. Фу-очки. Да ладно, я знаю, что он у меня большой, прямой, красивый. Красивый, греческий фактически, ну почти что. Так что, все нормально. Нет, а ты почему-то сегодня мало фоток выжил? Потому что мы собираемся в Тунис. Да, мы сегодня целый день собираемся. Нет, точнее, как Пурчик сегодня весь день собирался, а я весь день делал ролики. Я 3 ролика сегодня сделал. Да, Андрюш молодец. Ударным танцем. И я молодец, всем молодец. Да, всем молодцы. Ребята помогали. Там просят меня пожарить. Поджарь белку. Или отжарить. И отжарить, и пожарить. Мне уже спрашивали, Никита, жаришь ли ты белку? Я сказал, что жарю на подсолнечном масле с овощами. Фу, это же воняет. Почему воняет? Я без этого, без консервантов, на нерафинированном масле, на... Так тем более, она же похожа. А, нет, наоборот, нарафинирована, да. Ну ладно, мы поняли. Подождите, волосы Паши. Кто-то спамит, короче. Какие вы добрые. Своим каналом. Да. Маша, не грусти. Маша, правда, что ты такая грусть? Ну, улыбайся немедленно. Я читаю. Маша, улыбайся. Какая у них самая любимая компьютерная игра? Ой, я не знаю, знаете, такой же вопрос, как любимое кино, это по настроению. Да? Вот я сегодня поставил DuckTales Remastered, и она мне очень понравилась. И на сегодняшний день моя любимая игра DuckTales Remastered. Я сделаю обязательно по ней летсплей, как только вернусь из Африки. Господи, мне так поражает эти вопросы. Нифига, ты что любишь покушать? Ответь, пожалуйста. Нет, блин, он просто так такой плюшевый. И просто так каждый день в Инстаграме фотографии еды, так, чтобы вы позавидовали. Муж у меня болеет. А когда он фотографируется с едой у рта, там, с тарелочкой, это он все не ест, это он сфоткается, а потом все это выбрасывает, так, чисто для понта, короче. Нет, он подходит в ресторанчике к кому-то, можно вот, ну подождите. Сейчас. Да, не кушайте, секундочку, да, я сфоткаю, подождите. Кто смотрел сверхъестественное? Я. Маша, вот к ней вопрос, мы не смотрели. Не смотрели? А, мы, короче, ничего сейчас не смотрим. Супер. Никита, там желаю спокойной ночи. Андрей, ты любишь Half-Life? Потрясающий вопрос. После... Ненавижу. Десятков... Самая идиотская игра, никогда в жизни ее не включал. Сколько комнатная квартира? 1,6. 3 комнаты, спальня, коридор и туалет. И кот. И кот. 3 комнаты, еще раз, подожди. 3 комнаты, кухня, туалет и коридор. Окей. И кот. Между делом. Между всем этим. Андрюш, когда амнезия? Когда хуйня? Когда дюна? Какие игры на телефоне? Я тоже не понимаю. Маша, ты любишь Дина? А, Дин – это один из персонажей. Конечно, мне и Дин, и второй нравится. Что-то там спрашивают по поводу того, что случилось с звуком в последней халке. У нас вообще со звуком последний. А, последний халк. Нет, про халку, да, там был косячок со звуком. А просто я... Перед этим перестраивал микшер для чего-то другого, я не помню. То ли для стрима, блядь, на Твиче. Перенастроил и забыл убрать назад громкости. Там просто зашкаливающая громкость была, вот и все. Нифёд, приглашали ли тебя на телевидение? Да, мне сегодня только с НТВ звонили. Кстати, мне сегодня звонили, мы туда едем. 29-го, по-моему, сентября. Я как всегда все последнее узнаю.
Я сам узнал об этом. Ты просто бегала здесь, я тебе не мог сказать. Бегала. Как белка в колесе? Да. Белка, умеешь готовить? Короче, Юточка... Нет, блин, кормлю Андрюшу полуфабрикатами, извини, пожалуйста. Мы, короче, на телевидении едем, Андрюша будет сниматься. Да? Да. Все правильно. Я надеюсь, ты не мне это показываешь. Нет. Спасибо. Ты шкальником. Нет, хороший. Блин, нифига себе, сидят две девушки, четыре сиськи на всех, ну, женские. И вам еще улучшатором кота подавайте. Я уже показывала кота. Господи, я сейчас думала, ты скажешь, я уже показывала сиськи. Че-че-че, не надо показывать сиськи. Я не хочу, чтобы мы Джастин ТВ забанили. Паша, Маша, чего вы молчите? Вот мне тоже интересно. Давайте, все. Ир, давай мы с тобой молчим, они говорят. Тогда тебе придется зажимать мне рот рукой, потому что я не могу заткнуться. Я пришла, я буду говорить много и без... Андрюшкины сиськи лучше пишет. Господи, кто видел? А, ну да, все видели. Андрюш, покажи сиськи. Паша, говори! Ира, паришься. Да, давай, Паш, говори. Нас осталось немножечко спима. Паш, тебе приятно, когда тебя чешут? Да, мне очень приятно, когда меня чешут. А какой размер груди у Маши? Ну, я просто вижу вопрос. У меня первый. У меня второй. На первый, второй рассчитайся. А что там? Я не слышала, что вы ответили. А, ладно, все равно все видела. Так, Паша и Маша, вы будете анбоксинги? Вы будете анбоксинги? Ну, видимо, они глагол пропустили какой-то. Будем делать анбоксинги. Может быть. Если вам что-нибудь купите дорогостоящее, пришлете. Как до этого додуматься, спросить. Паша, будь делать боксинг. Я то же самое, что подойти на улице к чуваку и сказать, чувак, ты будешь рыбачить? Да, примерно так. Тупизм полный. Что вопрос был про Пашу? Как будто, знаешь, у Паши и Маши до этого была куча анбоксингов, и они забросили. А, там вопрос был по поводу Паши и Маши, есть у вас домашние животные? Домашние животные именно наших общих у нас нет. У меня есть кошки. Так она нежно держит его за... Кошки. За скальпок. 5 кошек. 5 кошек. Да. Скажи им, 5 кошек, 5! 5, который раз говорит. Ну, представляете себе, 5 пылесборников. Я их видела, они безумно няшные. Невозможно от них оторваться. Они все разные, все дико пушистые, милые, забавные. А, компьютеры знаю, я их разгружал. Бан-б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 ан. Ладно, пора кончать стрим. Были ли у вас плюшевые игрушки в детстве? Чуваки, потрясающий вопрос. Просто гениальный. Я даже ладно, не представляю, пока, как вы умудрились. Ходим. Куда? Он хотел меня. Просто смотрим. Мне просто очень нравятся вопросы, такие, которые, ну, просто ответы на них очевидны. Я не знаю, дети, наверное, только в Африке не имели в детстве мягких игрушек. Ну, может быть, некоторые мальчики. Значит, я не был в Африке, а у меня нет игрушек. У тебя не было ни одной мягкой игрушки, а ежик на даче. Это не мой ежик. Ну, какая разница, мягкий же. Не, не Федов. Не Федов в окно выпал. Выпрыгнул. Пока! Хорошо. А? Кто встал, тот несколько дверел. Ладно, чуть. Ну ладно, короче, пока всем. Не, ну что такое, только пришла. У Паши ушел. Сидеть. Народ что-то немного со всеми смотрит. Пока. Что, Баян? Бабаян? Белка, обними Машу. Ну, раз мы в кадре одни, давай обниматься. Милости. Сиська жим. Тебя не просили нас обнять. Я же говорила, надо мыться, Андрюша, надо мыться. Черт. Иногда. Пару раз в году. Что за звуки? Это была улица. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Белка рулит. Нет, Белка на самом деле не рулит. Белка не умеет рулить. Ей надо получать права срочно. Паша и Андрей, вы враждовали в детстве или друзьями были? Ну, не враждовали, я не припомню такого. Ничего, встретимся в суде. Интересно, за что? Какие забавные. Может, за то, что я изнасиловал его маму? Андрей, не шути про маму. Ладно. Это... Ладно, не подавляйся холостым. Не моя прерогатива. Да. Белка и Нефедов, а вы любите друг друга? Еще кто-то сомневается, ты представляешь? Я ее ненавижу. А, обожаю. Но... Нет, тогда я тебя тоже. На самом деле люблю. Кто-то нас любит, спасибо. Михан какой-то. На Белку и Машу рассчитайся. Первое. Скажи второе.
Ух, это что, третий? Четвертый, короче, все, рассчитались. Можно поиграю на барабанчиках? Нет, нельзя. Жалко. Будут ли обучалки? Какие обучалки? Чему обучалки? Ну, чему-нибудь, конечно, будут. В каком смысле обучалки? Паша, сядь на ручки. Не знаю, но после того, как потрогали сиськи, я боюсь спрашивать, обучалки чему? Обучалки трогать сиськи. Белка, берете какая... руку? Белка, какая у тебя порода? Порода, порода чего? Как можно взять собственную руку? Вот так. Может, расслабляете. Встряхивайте. Вас так много! Берете ее нежно. Привет, Катя из Харькова. Эй, что это было? Это обучалка была, как трогать сиську. А, да, это... а, так ладно. Может, я неправильно их трогаю? Может, я сама свои же неправильно трогаю? Может быть. Нет, рука нет! Это чужой. Как часто будут такие стримы? А как его знать? Никогда! Все, беспрецедентный случай. Потому что каждый стрим, он уникален. Что-то про политические позиции и религиозные задолбали. Наверное, мы не будем, мне кажется. Что за политики и религиозные деятели собрались? Да, не очень интересно это обсуждать. Это все слишком серьезно и долго. У вас 3 минуты, задавайте нормальные вопросы. Паш сегодня такой строгий и серьезный. Ибо нехер. Ибо он голодный. Он Паш, потянешь 80 кг? Паша голодный, да, я что? Голодный. Бань, вот бань, я реально бань, голодный. Бань. Ир, какой у тебя рост? 164 сантиметра, естественно. А чего еще может быть? Миллиметра? Ну, метра? 164 метра. Это выше того моста, на который мы лазили. Хотите спать? Не, не хотим. Мы вообще сейчас уезжаем через пару часов. Вы собираетесь приезжать в какие... Давай пропиарим наш инстаграм. Мы скоро собираемся уезжать, и нас не будет ни на стримах, ни ВКонтакте. Нас не будет нигде! Ни на стримах, ни ВКонтакте, поэтому подписывайтесь на наши инстаграмы, только там вы увидите, где мы будем. Да. Белка, играешь на гитаре? Нет, но как бы... Ну как, я, так скажем, немножечко умею и планирую свои навыки в игре на гитаре совершенствовать. Андрюш мне обещал помочь, он хорошо играет. Так душевно. Куркур. Андрей, я твой ребенок, ты когда вернешься? Очень смешно. Ну нельзя было смеяться. Да я смеюсь над тем, что происходит на видео. А. Я тебя насколько мы уезжаем? Мы уезжаем на 6 дней. Я тебя тоже в начале видео стульчиком чуть не долбанула. Я ждала этого. Кто-то там. Федорович, я тебя рисую цели. Спасибо. Куда вы уезжаете, господи, в Тунис? А как, кстати, правильно, в Тунис или на Тунис? Наверное, в Питер. В хуй. Иди в хуй. Какая любимая поза в сексе? Белка. То есть это я должна ответить, да? Ну, блин, разнообразие. Да, разнообразие. Короче, все подряд и в разном порядке. Да. Точнее, все в разном порядке. Сколько лет Марсику? Будет ли делать Ира обзоры компьютерных игр? Мелко тебе сколько лет? Больше, чем тебе, школопед. Не, ну он помладше. Хотя, если в пересчете на кошачьи... Я говорю, больше... Нет, там школопед спросил, я просто ему ответил. Как мило. Эх. Ля-ля, что? Отличный вопрос. Что? Все. Это новый ШБ, но после возвращения. Нет. Бил груди маленького Нефёдыча. Как это мило. Мы постараемся. Мы поработаем над этим. Да. Ира, о чем будешь снимать видео? Ну, вообще хотелось бы делать их познавательно информационными, да. То есть как то ну, первое, должно которое быть что-то смешное. Ну и будут еще, наверное, все-таки действительно пары какие-нибудь игры. Я предлагаю Ире поиграть уговаривает... Слендера с камерой, чтобы да посмотреть помним. На ее фейс. Вот такой, это будет адски смешно, вот, чуваки. Какие-то лайф-видео, и я очень хотела бы, наверное, походу в разные места, там, типа, пару раз в месяц какие-нибудь, что-то типа той же железной дороги, может быть, и так далее. Такие интереснейшие места. Как вам творог по утрам? А мы его не едим, кстати говоря. Я творог люблю, Андрюша не любит. Что он там опять делает? Я ненавижу творог. Какие пакости делать мне, Саня Паша. Да, я так и знала. Ах ты какашка, слушай, кремляш, все, я ухожу от тебя. Я ушла. Нет. Ладно. Держи! Фига себе отпускаю. Ой, даже Паша держит. Нет, это ты сделал! Все, сюда пролезь. Меня усадили. Ура! Не
ты будешь? Чего? Играть в Панзар. Может быть, не знаю. Господи, как, ну, сколько ж народу из Украины тут сидит, как же вы немножко поднадоели со всей Украиной. У вас что сегодня, в Хохлянде интернет подключили? Вы все в Хохлянде решили зайти? В ухе вода. Я очень легкий. Там происходит что-то очень легкий. Готовься, скоро ты будешь в море, и там будет постоянно бодрым. По крайней мере, меньше удельной массы. Ну, бодрым-бодрым тоже, но и будет вода еще в ухе. Что, не огнул меня, понимаешь ли? Давай скрыв амнезию. Ну, как на вкус моя пудра? Мерзительно. Что делаем тебе? Она жирненькая, так что калорийная. Она жирненькая, как пурчик. Вообще я не жирный. Ну, я плюшу. Никак не затроллить Иру. Я не знаю, чем ее еще затроллить. Подскажите, я на него не обижаюсь. Подскажите, как ее затроллить? Ну, сейчас начнем. Лалка нетроллируема. Машка, да всем насрать, в смысле? Что значит, на что насрать? Не насрать нам? Не знаю. Я, правда, не знаю, на что. Господи, как заебали, дебилы, блядь! Как таких дебилов, я не знаю, земля носит? Просто я не понимаю, вот типа вот этого вот. Тюга 1337, блядь, такой конченый долбоёб. Почему его мама аборт не сделала в детстве? Просто конченый ублюдок. И вот этот еще. Наркоха. Наркоха, просто конченый ублюдок. Ну, причем, я желаю, твоей маме умереть от рака вагины, чтобы она умерла просто в страшных муках, истекая гноем из своей вагины, твоя мама. Ой, у Иванушечка слишком жестокий. Ну ладно, ну, хорошо, я добрый. Ну таким вот надо так и желать. Потому что они конченые. Все, я забанил, пацаны. Мои родители смотрят. Да ладно, и мне немножечко бывает некомфортно, когда ты такие вещи... Блин, откуда я знаю, что ты родители... О, господи. Опа, мама, привет! Окно! Ну, ты же поздравься, а тебе сегодня привет передавать. Серьезно? Да. Они смотрят стрим? Да. Ну, правда, обычно... Почему ты мне об этом говоришь только сейчас? Не перезаливайте, пожалуйста, этот стрим. Если их посмотрят Ирины родители, то я буду чувствовать себя идиотом. А так ты себя не чувствуешь? Нет, потому что вот те люди, которые писали такие вещи, достойны того, чтобы им говорили то, что я сказал. Я все-таки бы желала не их близким, потому что мама может быть не виновата, а понимаешь, что сын такой урод. Понимаешь, то, что сын такой урод, на сына это не подействует. А если сказать про его маму, то его это немножко образумит. Да, мне кажется, что его просто забомбит. Его забомбит, так, но его мама, это не... тебя еще его мама это не услышит, поэтому к его маме это никакого отношения не будет иметь, а вот его забомбит. Кто-то любит белку. Нарезок. Блин, шикарный ник. В прошлый раз меня писька таракана радовала. Ну, а жалко, сегодня нету писька таракана. Всем привет от Шахриканя. Паш, какой твой любимый цвет? Фиолетовый. Блин, Паш так мило сидит на Маше, только сейчас заметил. Нихера себе. А я думал, что Маша девочка, а Паша мальчик. А у Сосайс маленький член. А я озвучила ха-ха-ха. Белканя. Еще. А, ну вот, он даже с восклицательными знаками это повторил. Чья идея создать канал Белки? Белкина! Ну, Андрюш немножечко мне посодействовал, конечно, подпинал меня под зад. Мол, давай, вот и нефиг на шее сидеть. Вопрос был, чья идея? Идея-то не моя. Ира, ты была хорошисткой в школе, но я до определенного класса была отличницей, а потом что-то это... выросла и поняла, потом что сдулась, скатилась, продалась. Нет, не продалась. Не скатилась, слилась. Стала двоечницей. Белка и Маша, вы няшки. Спасибо, Ваня. Насколько часто будут такие стримы? Насколько часто будут такие стримы? Нифига долбоёб. У чувака заклинило, походу. У чувака забомбило, походу. А чё Паша молчит? Вот не молчит, не говорит. Вы нихуя не... Ой, прости, ничего не спрашивайте. Белка, ты училась у кого-либо в институте или еще где? Да, я училась еще где. Не знаю, в подвале. На кого-то. Вместе с каторжными китайцами, которые... Ир, короче, диплом кого-то, там написано. А, образование какое-то. Специалист чего-то. Какого-то дела. Обучался сколько-то лет где-то. Паш, когда летсплей... Нифед Пёрни, мне понравилось. Был не я. Это был он. Это был мой немножко недоделанный клончик. Недоразвитый. Не, развитый, ты хороший. А, ралли. Большой клончик мой. Ты не слышал, потому что... Ну и фейс, Ира.
жди скриншотов. Я умею, да. О, Пурочку любим. Потрясающий вопрос. Паша, как тебя зовут? Приезжайте к Паша, как тебя зовут? Потрясно. Андрей, как отчество твоего сына, да? Кто-то у тебя, Андрею, грозится отжать. Моя профессия Манил. Повар, блядь. Повар. Как вам поход за грибами? Отлично, шикарно. Разве было непонятно по нашим счастливым лицам и огромным корзинам с грибами? Да. Белка, какие украшения любишь носить? Я уже не могу игнорировать в миллиардный раз этот вопрос, уже с капсом написанный. Какие разнообразные. Я немножко ношу золотишко, немножко серебришко, немножко бижутерию. Что? Стараюсь подбирать что-нибудь необычное, оригинальное. Под цвет! Спасибо. Мне надо было остановить, да? Да. Я ждал. Паша, когда твой ДР? Паша, ты меня видишь? Я тебя не вижу. Паша, Аняша, Маша, Аняша, Ира, Аняша, Андрей, не Фёдор. Нахуй пошли! Шикарно. Не Фёдор, чё в кармашке? Маш, ты любишь битлов? Что это? Ничего в кармашке. Эх, Маш даже не знает, что такое битлы, а Ира очень любит битлов. Ира на битлах выросла. Битлз, что ли? Да. О, Маша знает! Маша знает. Когда свадьба? Yesterday, yesterday, far away. Я не помню слов, я не знаю слов. Чья свадьба? Я тоже. Чья не свадьба? Наверное, Паша меня и Андрюши, Паша и Маша, меня и Маша, Андрюша и Паша. Тут вариантов того, что так мало. У нас с Пашей скоро свадьба. После фанфиков, мы начитались фанфиков. Мы начитались фанфиков гейских. Теперь у нас гейская свадьба будет. С Ирой. Гейская свадьба. Замечательная. Мне мама, в общем-то, лучшая подруга всю жизнь была и остается ей. Папа строгий, суровый, но, в общем, справедливый. Хорошо, они меня очень любят, я очень люблю их. Они меня смотрят, поддерживают. И Андрюшечку они тоже очень любят, что не может меня не радовать. Это было до того, как они посмотрели этот стрим. Знаешь, какой у тебя любимый цвет? У меня много любимых цветов, но мне теперь нравится фиолетовый. Теперь ей нравится фиолетовый. Паша, почему ты такой серьезный? Не, Фёдор, я тебя тряхну. Гоу! А вот нетушки. Ой, теперь. Я просто желаю им смерти, потому что они увидят. Ойте, их не видно. В черных рукавах их не видно. Но все помнят, что лицо да. У белки есть, как минимум. Поэтому вы умрете. С Новым годом! Ну что, ты играл в Sims 3? Я не играл в Sims 3. Белка не позволит его прахнуть. Ты прав, человек, ты прав. Ира, сколько весишь? Блин, вам реально так интересно? Станцуйте вальс, блядь. Какой вальс? Что вы несете, друзья? 53 килограмма. Думаю, что после отпуска буду весить еще меньше. Андрюшечка, у меня так тесно на ручках. Это так мило. Да. И говоришь, что я легенькая. Ну, я просто всегда комплименты делаю. Андрюшка просто не всегда врет, видимо. Ох уж эти 70-килограммовые пурчики. Продолжаем. Нефёд, здраво так общаешься? Мне интересно, именно прям здраво вы имели в виду? То есть здравомыслящий или здорово? Да, они меня драли, потому что я общаюсь сегодня не очень здраво. Да? Это не твоя мама, случайно? Я не знаю. Но если там увидишь ник, то это она. Какой? Если у Паши вы увидите Баревух? Продаю велосипед, смотри рекламу. Продаю велосипед, звоните по телефону, я номер. Паш, какого цвета глаза не успел? Я не знаю, какого у меня цвета глаза? Оля, спокойной ночи, я тебе не сказала. С прогрессием. Вот такой цвет у меня. Оля, иди спать уже! Ух, хотел бы что-нибудь бросить, но нечего. Да, это что? Скабрить спину. Как подсмотрел за вами. Что там написано? Белка, ты хорошо рисуешь? Ну, более-менее, я все-таки училась этому. Только я ленюсь немножечко, и надо себя опять же заставить порисовать, выложить что-нибудь. Может даже заснять, кстати. Да, по-моему. Опять ты меня на заднем плане? Нет. Так, а ну-ка, выдвигайся вперед, чтобы я тебя видела. Хорошо. Пурчик как раз отвлекается на то, чтобы меня поругать в тот момент, когда идет повтор того, что я делал. Жопа. Это мой клончик. Маш, ты классно, улыбнись. Раньше меня все равно не видно. Паша, ты закрываешь Машеньку. Фёдор, не сломай стульчик. Маш, ты классная. Андрюш, где вадик, который в водопадике? В водопадике? Логично же.
Он, его же из пуколя расстреляли. Я вижу ваш глаз. Еще беремен. Беремен. Надо беременен написать. Я хочу видеть только девушку с татуировкой на руке. Вы можете все оставить ее в покое. Короче, все, кто-то хочет, чтобы мы просто забыли? Все ушли и свалили, а Маша молча сидела в кадре. Пошли отсюда, короче, нас не любят. Кто любит рисовать? Я! Я! Он! Не он. Андрей, дай что-то неси. Синелка, загрызи желуди. Фу, я таким не питаюсь, я на дух не переношу. Интересное предложение, но нехорошее. Пузатый не фет, пузатый не фет. Блядь, напиши это еще 50 раз, это так, так от прикольно. Этого не я хочу забанить. Кто-то просит пожелать няшных слов. Полина, няшных слов. Фу, слов, и слов, снов. Ну и слов, няшный и всего снег. Вообще няшного в жизни. Приснется тебе. Озон рулит. Мокрые сны. Озон. Не трогай Рому желуди, кто-то пишет. Так никто его не трогает, что шума рацап на... такое. Что ты делаешь в нашем стриме? Бан-бан-бан. Не все нравится ли тебе твоя деятельность? Там просто поцеловаться нас с Пашей, по-моему. Наша деятельность, моя деятельность мне не нравится, я ненавижу. Кто-нибудь играл в теннис за вас? И не понимает вопрос. За нас? Ну кто-то и сейчас наверняка играет за нас в теннис. Нефёд, какая тебе нравится поняша? Флаттершайн. Нефёд, ты играл в Вов? Нет. Женщина в центре похожа на Алену Орлову. Женщина. Какая? Я что ли в центре? Женщина. Господи, я надеюсь, это не очень страшное существо, как вы с вами меня так что сравнили. Там еще написали, купите банан, и вы знаете, что с ним делать. И да, мы знаем, есть, конечно, чистить и есть. Это же... А если вы используете как-то его иначе, кормите обезьян. Кто они, Андрюш? Кормите обезьян. Я всю жизнь использовал банан как-то иначе, его надо было есть. Все, его мир никогда не будет прежним. Да. У него стеняшность. Белки устал. Как забавно. Было бы чудо. Блин, в натуре, чуваки. Ну, спасибо. Теперь все будет писать, что у меня что-то там есть. Чему вставать. А если я бы это не сказал, все бы писали, что у тебя не стоит. Где твои ушки? Да и бог бы с ним, мне нечего стоять. Ну, ладно. Где твои ушки? Ушки где-то я их не нашла. Это печалька. Блин, это очень плохо. Все, кто ненавидит мои ушки, теперь будут счастливы. Мужик слева похож на Сергея Странника. Какие вы, блин, оригинальные. Это я, что ли? Слева относительно кого? Не, ну, по идее, по видео, мужик слева, это, наверное, я. У меня очень странно, что на моем стриме меня называют, блядь, мужик слева. Я думаю, что я Андрей, не Федор. Нет, только не ушки, а кто-то рад. Ира, ты... Там был какой-то адекватный вопрос. Ира, ты... Нет, он не адекватный. Ну, и смешно. Женщина в центре похожа на Ирину Крылову. Какие вы догадливы? Блин, какие нафиг женщины? Вы охренели, что ли? Я еще юная и прекрасная. Да, он пошутил бы про это большое число, ну ладно. Ни разу. Андрей, у тебя есть консоль? Соль? Консоль. А, консоль? Дэнди, у меня есть консоль. Ира, ты невинна. Да, я непорочна, невидна и чиста. Вы меня провоцируете с этой шуткой. Молчи. Может, кто-нибудь поверит. Ира и Маша очень красивые. Спасибо. Нам написала Маша. Машенька. Маша написала Маша. Маша написала Маша. Машеньки, во сколько мы уезжаем? Мы уезжаем в полпервом. Полпервого? Да, да, да. Сиськи, 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 сиськи. Надо еще покушать будет что-нибудь. Все, сиськи кончились. Маша, куда? Маша, тебя просто вернуться, возвращайся. Как? Кто не смотрел Шерлока? Как вы относитесь к жестокости с восклицательным знаком? Удачи отдохнуть в курчике, спасибо. Что за вопрос? Как вы относитесь к жестокости? Что за бред? Бухнитесь в самолете и чего? Короче, нам что-то неприятного пожелали. Где котик? Котик на кухне. Удачи нам разбиться в самолете? Ну, что-то типа того, да. Главное это заснять. Включите музыку, а то скучно как-то. Блин, чувак, если тебе скучно, пиши интересные вопросы. Xbox или PS3, блин, вот хрен его знает, никто ни другой не играл. Ира, что будете делать после стрима? Ну, мы с Андреем вообще-то поедем на вокзал, потом поедем в Тунис. Именно поедем, да, прям вот. Ну, кстати, там можем на самом деле проехать. Ну-ка. По Суэцкому каналу там же есть, ну, этот мост. Длинными, долгими, тернистыми путями. Нефёд, когда в Африку едешь? Ну, собственно, завтра. Завтра мы будем в Африке. У-у-у!
Белка, у тебя были когда-нибудь кудряшки? Блин, даже не верю, что реально мы завтра будем в Африке. Нет, у Белки никогда не было кудряшки. Я всю жизнь, на самом деле, мечтала быть кудрявой, но я родилась с прямыми волосами. Мне очень трудно их завить. Они почти не поддаются этому, поэтому я хожу... Я родился с прямыми извилинами, и мне их никак не забить. Да ладно, Андрюш, что ты по тем извилинам, которые у тебя растут из головы, он кудрятся. Это волосы. Никита, сколько стоит добавить тебя в ВК в друзья? Сколько стоит не к тебе добавить, а тебя добавить? Меня добавить? Ну, в смысле, подписаться бесплатно. Надо платную подписку вести. Чтоб ты был подписан на чувака, а он тебя не добавлял в друзья, видимо. Блин, нет, перебор. Это унижает мое человеческое достоинство. Уже завтра, да, уже завтра мы будем в Тунисе загорать, жарить свои попки под солнечными лучами, а вы будете гнить в своих... городах, ну те, кто... Во-во, полегче, посмотри на их фейсы. О, нет, вы не будете гнить, вы будете процветать. О, вы же не обижаешь. Ну, твой кот тоже гнит. Ну вот, что, мы злые. То есть вы его убьете, оставите тухнуть на солнце, и он будет гнить? О, почаще бы мне так шею ломали. Убери жопу, а? А ты лицо свое убери. Столько белочек со смайликами. Я исправилась. Нет, не гните. Пожалуйста. Хлык-хлык. Как вам летающий макаронный монстр? Это кто? Какой чувак. Я помню, я видела где-то этого монстра макаронного. Ну, в него типа многие веруют нынче. Кто-то хочет у меня купить грибы, чувак, я не против продать тебе грибы. Псилоцибин содержащий. Грибочек по 5 рублей, по 5 рублей грибочек. Я тоже продаю грибочек с под ногтя. Ира сыграет слендером. Окей. Давай как-нибудь. Гарлы сыграем. Сыграть слендером очень интересно посмотреть. Да. Давайте поиграем. Давайте посидим. Две бежащие сучки. Давайте в Ютубе с тобой можем вчетвером играть. О, это вообще будет шикарно. Будем бежать просто как хор бежащих сучек. Просто будет плашное видео. Я себе на телефон скачала Слендера и до сих пор не могу осмелиться поиграть в него. Я тоже скачал, я там ходил, я так не встретил Слендера. Там куда бажный Слендер. Музыка такая страшная. Нефет будет тебя жарить. Понял, Паша? Киньте ссылку на канал Белки. Она на самом деле есть на страницу Андрея на стене. Где уши? Ну блин, ну да стырки! Да вот же они, вот они, вот ушко. А вот второе. Очень милое. О, погладьте меня еще с разной стороны. Я сейчас слюнки поищу. Перегрузка. Ты это посмотри, что там сделал. Ой, как ты добрый. Мы же тральчики. Я знаю, на вас секундочку не посмотришь, что-нибудь сотворите. Нет. Сделать нё. Давайте еще разочек. Давайте на счет три психором так. Раз, два, три. Паш, ты, по-моему, отрыгнула, не сказала мне. Паш, ты хочешь? Ну, что-то не знаю. Хочу, но я... меня парашют не раскроет. Парашют не раскроет. Ой, ребят, вы лучшие. Ой, я просто удивляюсь, как после того, что мы тут делаем, можно так говорить. У нас просят стрим с самолета. Как посмертно? Как мы падаем, это миллиарды просмотров просто. Блин, да, если заснять стрим, как мы падаем. Это по всем момент, телеканалам мира покажут. В этот момент будем читать. Добавь меня в друзья. Там ссылки. Итак, я добавляю друзья во время крушения самолета. Это стоит там миллиард рублей. Даже Билл Гейтс. Зачем тебе на том свете миллиард, объясни мне? Почему стрим не в Твиче? Я ставлю Кирочку. А почему стрим не в Твиче? У меня что-то с глазами. В смысле? Пусть хоть похорона замечательная. Стой. Твич тормози. Мы же умрем в один день. Да. Паша, Маша, заберете наш кукольчик, если мы умрем. Да. Спасибо, позаботьтесь о нем, пожалуйста. Я очень прошу. Ира, у тебя есть? Что? У тебя есть что? Ты принёс? Есть все. Самое главное, у меня есть. Вот оно. Бляха, больно. Это был перелом. Паша, как шить напряжение? Как же эти мышцы? Член.
И Фёдор Белка поцелует. Ня-ня-ня. Целует не Фёдова. Ня-ня-ня. Паха-ха-ха, убил князь Белка. Да и как вам там Samsung? Samsung херновый. 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 Ничего, где твои очки? А правда, я, кстати, знаю, где они. Я не знаю, где. Совместные проекты будут с Хованским. Они лежат не на кухне, а... Ну, в столовой на столе. Никто, по-моему, почему ты не добавляешь меня в друзья? Крик души. Потому что. Няша, Никто, почему ты не добавляешь? Никто, вообще маленький. У меня маленький. Не будем об этом. АК-47 рулит. Съешьте банан, забань озона. Опять маленький, Андрей такой-то, Нефёд, пари на белку. Пари на белку, какие у вас интересные эротические фантазии. Пари на белку. Мы друг на друга не орём. Ну, видите, он не может на меня орать, я не могу на него орать. Можем только вместе очень громко угорать. Можем кричать вместе. Да. Да. Я поняла. Шутник мастер. Сделайте, да, фейс. Давайте все вместе, на счет три, в левую сторону, Андрюш, это вот туда. Давайте. Давайте. Раз, два, три. Я так и знала. Ух ты, громкий твой. Да пусик. Гутен Морген. Гутен Морген. У кого-то там Морген, у кого-то там утро. У нас Абланд, как бы, мягко говоря. Шутники. Что за мужик? У нас август. Майки? Как бы. А что не скажешь? Ты слушаешь. Хороший. Позовите Хованского. Там Кучел доебался своим Хованским. Белка, мне не Фёдор. Да мы тут так сидим в обнимку уже, куда дальше-то? Когда закончится стрим? Никогда. Вот мы уйдем, а вы будете видеть стену и стулья пустые, и все. Да. И писать свои дурацкие вопросы, продолжать. А потом выключится свет, и здесь будет бродить привидение, которое открывает и закрывает. Квартирный монстр. Слайда, блядь. Квартирный монстр от норм. Или как я вчера вспомнил страшную тему, что когда ночью просыпаешься, просыпаешься, открываешь глаза и кажется, что кто-то стоит и на тебя смотрит. Да. Это очень страшно. У меня такое бывало. Меня аж прямо переколбасило от этого. Я как вчера вспомнил, я... Я недавно проснулась не залез в дырчика. Вырчика? Внутрь. Помнишь, ты рассказывала? С какой стороны? Ты во сне ничего сказал. Понял. Во сне? Ну да, я тебе говорила. Чё, я ничего не понял, кто смотрит? Я не знаю, кто смотрит. Сами разбирайтесь там между собой. Белка, заведи белку. Нет, бесполезные существа на самом деле. В реальности. Да, в натуре. Белки очень бесполезные существа. Ну, они не домашние животные. Они, может быть, в реальности и полезны там. Я вообще не вижу никакого смысла в белках. А в комарах? Комары? Ну, в комарах тоже нет смысла. Но там еще много существ. Короче, белки это как комары. Никакого совершенно смысла. Они милые. Жрать не готовят, не убираются. Я эксклюзивная белка, которая убирается и готовит жрать. Черт, я так же хотел тебя затралить, ну ладно. Андрюш, как всегда, не вышел. А лалка нетроллируема. Я тоже эксклюзивная, шутки ромашки. Ромашки бесполезные. Белки-ромашки бесполезные. Ох уж эти белки-ромашки. А ты представляешь, у ромашек у них же вырывают эти, как... Белка у тебя красивая кошка. Это кот! С яйцами! Железными пушистыми яйцами. Железными пушистыми, боже мой. Железные пушистые, это кот. Нет, мы меняемся так мужиками. В смысле? Ну ладно, хорошо, вы нас раскусили. Как вам Боря Моисеев? Безумно. Кто там сиськи нарисовал? Что же мужик в желтой майке? Ну вообще охренеть. Это зеленая. Ну да, она такая, там смотрится желтая. Желто-зеленая. Ну вообще там сине-желтая она. А сине-желтая это зеленый. Извини, кот, извиняй. Паша и Паша очень милые. Они милые такие, милые. Белка, обними. Давайте я вас всех обниму так вот. Я обняла. Что было? Смотри, что там. Так забавно снимать, в этом смотреть, что происходит. Кто-то написал, Маша и Белка потрогали друг другу сиськи. Воу-воу-воу! На самом деле, там никто это не написал, я сам это придумал, но мне понравилось. Ты еще этого не видел? Ну, я это видел вживую, а теперь это видно на видеоповторе. Да не свингеры мы не свингеры. Мы нормальные, адекватные люди. Да. Ну хватит уже тут. Кого лучше? Продолжаем разговор.
Господи, кому-то уже лосины не нравятся. Боже, как люди, как вы любите придираться вообще ко всему. Чувак, который про лосины написал, посмотри сейчас на себя в чем-то, ну или чувиха, неважно. Вот. Так... Да вообще не важно, кто он, зачем ты о себе разговариваешь. Он никто. Да никто, понял? Вы, блядь, извращенцы. Ну и что? Почему вы говорите, как будто это что-то плохое? Нет, мне так... Сам небось сидит там и дрочит. Конечно, он именно этим занимается. Какая именно? Андрей, как твои рыбки? Нормально, у меня только одна рыбка постарела очень сильно, она такая стала. Главный комплимент. Такая вот дохленькая, она еле плавает, но кто-то просит его обнять. Чувак, сори, единственные интерактивные обнимашки уже произошли. Чуваки. Ну кто вообще там пишет? Поосторожнее. Мы люди, гомо сапиенс. Кто-то любит женщину в белом, мы поняли, чувак. Мы люблю я женщин в белом, а впрочем, какая разница? Поставишь раком к дереву и в задницу, и в задницу. Сергей Есенин, 1836 год. Я знаю, он был извращенцем. Кто вы, чувак? Я была у него на родине. Зайка в белом платье. Бань-бань-бань. Показалось. Бань-бань-бань-бань-бань-бань-бань-бань. Я не вижу адекватных вопросов, вижу только всякие... Я вижу только один чувак, который доебался своим Xbox'ом и этим самым, блядь, тупой школьник. Как же они бесят, реально, тупые школьники. Зачем он это спрашивает по тысячу раз? Что-то там чьи-то мольбы услышаны. А, про Есенина-то. Ну, кстати, я на самом деле тоже его люблю. У него, в общем-то, у него даже... Хованский умер, сообщается. Порнушненькие стишки такие достаточно. Да, душевные. У него есть такие веселые. Я помню, меня даже Есенин называли. Пашка, не ход потрогать стишки друг друга. Господи. Что ж, да, уже извращаться? Ира, какой у тебя телефон? Мне послышалось, какой у тебя силикон. У меня его нету. Да я знаю. Я поэтому и удивился. У меня денег никогда на него не было. Накопим. Я думаю, народ не будет против. Кто из вас больше весит? Я народ. Я знаю, кто. Я народ. Ира. Никто не поверит тебе, пухлик. Конечно, посмотрите на это пивное пузо. Разглядите его сначала. Ира, скажи ня. Сейчас опять все напишут. Фу-фу-фу-фу-фу. Опять сейчас нарезку сделаю. Покажи козы. Козы? Какие? Ну ладно, класса? Хорошо, смотрите. Ну козы это типа, наверное, вот так вот. Вот такие вот? Знаете, как в детстве? Вот так, наверное. Коза, коза, рогатая идет, идет и западает. За малыми ребятами. Да. Кому что, кому ничего, кому хуй через плечо. Фу-фу-фу, я так знала, да. Как бьет, приехать ко мне в Саратов. Как учить геморрой, сесть на огурец, как советовал, как там это? Попов. Да, замечательный. Кто-то там советует приехать к нему в Саратов, то есть... Не то, что просто в Саратов, а именно к нему. Ира, я люблю. Тебя? Я люблю тирамису. Ира, вы любите гинеколога. Просто обожает. Нет, у меня не было ни одного гинеколога. Только по медицинским показаниям. Курт Вилберт. Не льсти ему. Он проктолог, да, точно я забыл. Это гораздо хуже. Сходка на Луне. У Мэдисона ожирение там сообщает. Ребят, вы шикарны. Там был другой слос. Ира, сколько тебе лет? Мне до сих пор неужели кто-то еще существует, кто не знает, сколько мне лет? Давайте, ваше предположение, кто не знает, сколько мне лет. Давайте, пишите свои потрясающие варианты. 15! Сейчас начнем. 50, сейчас. Нет. 40. 15? Тетинятить! А же это смешно! Ну, ладно, прекращай. Да серьезно, они же такие тупые. Ира, ты была? Чего? Кто я? И ты? Во-во-во, я так и знала. Во-во, чуваки, 125, по-моему, они занялись программированием, какие-то переменные пишут. 745. Минус 2, блин, да, минус 2. Чуваки, вы не поверите, я реально бы хотела дожить до 945 лет, честно, прям. Респект тому, кто это предложил. Это не очень хорошо. Респект тому, кто дожил. Ну да. Ира, где ты работаешь? Здесь? Теперь здесь. Раньше работала там и там, а теперь здесь. Смотри. Да. Едешь ко мне на 18. Не пора ли тебе на работу? А то уже вечереет. Паша, не сни, не дай. Если деньги реально. А? Не прикрыл. Что мы сделали с грибами? Половину, точнее нет, одну десятую мы сварили в суп, а все остальное мы сварили и замерзли. Ну что ты сидишь с таким лицом? Я пересматриваю ролик. А, ну понятно. Я пересматриваю, как ты мне с шеей сорвал. Кто-то там бессмертный. Ведьма! Кто? А-а-а-ха-ха! На кого ты подействовал мой голос? Ладно, дорогие друзья, я оставляю вам своего клона. Пупчик. Нет, я тебя не отпущу. Пупчик, тебя с меня отпусти. Отпусти меня, блин. Ну, он меня отпускает. Нет.
Скажите мне спасибо, что я меня отпускаю. Что ты хочешь сделать? Опять покурить? Посрать? И посрать, и покурить? Посрать. Ладно. Не пойду. Ребята, покажи бицепс. Дарите мне хомячка. Вот он, бицепс, вот бицепс, прокачанный палец. Я разрешаю вам, дарите мне хомячка. Я его скормлю котом. Я его скормлю котом. Че-че-че. Промотайте вниз, кто там, кого мышка, блин? Поможешь? Хотя бы не работает. Не работает, руки вот там и работают. Что-то як хохол. Какие-то иероглифы. Где находится та церковь из Сталка? Лужский район. Кто есть? Деревня Самро. Деревня Самро. Прикольно, да? Мне бы женщину белую, белую, но впрочем, какая разница. А мне бы черную, черную. Спокойно, мурашки забегали. Маша и Паша готовы перейти к сексу. Ничего мы не готовы. Они не так готовятся, вы ничего не знаете. Уж мы-то знаем. Одна белка болтает. А, все, вы от меня уже устали, я не знаю, ну что. Не, на самом деле я просто уже наболтался. Пока... Скажите мне! Что пока мы ждали белку, я все время болтал, теперь ее очередь. Она мне помогает в этом, она исполняющая обязанности Нефедовича. О-о-о. Да. А скоро она станет Ириной Нефедовой, поэтому она будет выполнять всегда... Это официальное предложение? Да. Нет, нет, нет. Ладно, нет, нет. Оно было... Не стрижу. Да. Обойдетесь, это слишком жирно. И мне будет... Хотя бы Full HD было бы, да? Да, если бы было Full HD, было бы норм. Нефедов пукни. Кто ты такой милый, Нефедов? Москали. Бля, вот ебаный фетишист, извращенца, блядь. Пукать в камеру. Ты отломала ей ногу? Маша, я сегодня заверстила голову. Блок без ног. Блок без ног. Андрею, як ты относишься к хохлам? Ну, к хохлам. Так це кляті хохли. Це булю жрут, да? Бульбу, да? Горилка запиваю, да сало, только надо перепратить. Так що тиха українська ночь. Совсем зговорили, в НАТО хотят вступить. Кляті хохли. Це ненавижу. Аргумент. Ладно, ладно, я шучу. Просто у всех хохлов почему-то бомбит, когда ты так говоришь. И это смешно. Маша, смешно смотреть на бомбеж. На бомбежки на эти. Какие сиськи можно... Прячь их от них. Все. Сейчас. Ира, любишь охоту? На комод пойду по... Я люблю причинять боль живым существам. Но только тем, кто этого заслуживает. Например, комары? Да. Например, комары. Белкам. Ах, Нефёд, как звать твою маму? Зачем вам, как звать мою маму? Я думаю, да, не стоит, а то еще придет. А то еще будет свои эротические фантазии, привет, я вас знаю. Привет, из Великого Новгорода, а кого-то бомбит. У меня бомбит. Так это ж ты хохол, вот ты бомбит. Салом смарт, чтоб не бомбила, пукан Маша, свой, клятый. Державной мовой говори со мной. Да? Скажи мое имя, Данил. Ты счастлив? Ира, ты играла в карты? Нет, я не знаю даже, только цены раздеваны. Кстати, нет. Не доводилось. Да, одеваны. И на это не доводилось. Еще варианты? Ну, ничего. Что такое пукан? Пукан. Андрей, покажи пукан. Это то, что у тебя горит. А, вода. Давайте будем говорить какие-нибудь фразы, а я буду выдавать... Дорочит! Односложные смешные вещи. Простите меня, мою непристойность. Я Ира, извиняюсь. Я, конечно, понимаю, что на это можно смотреть, но об этом нельзя говорить на стрим. Прости, пожалуйста, тогда я буду просто смотреть. Окш эти свингерские вечеринки. Я буду просто смотреть. Паша такой ня. Они же это запышут. Запят бог бы с ними, господи, никто не поверит. Ну да. Выби меня. Нефёд, ты любишь... Нет, я не успела. Сиськи, спам! Ира, какое любимое блюдо Андрея? А я даже не знаю. Окрошка целая. А, ну, кстати, окрошка и холодный борщ, да. Но так как... Окрошка, он готовит себе сам, а холодный борщ покупает. Да. И окрошка теперь продается. Я недавно купила. Ира, передай привет Даньке. Данчик, ты это, немножко... поднадоела. Успокойся ж. А це не тот Данчик. Нефёд, ты любишь пожрать? Да. Я, знаете, на самом деле хочу жрать. Я сегодня поел один раз с утра. Ира, какое любимое блюдо? Господи, ну,
какой любимый салат? Не знаю, салат греческий, блюдо сациви. Если не знаете, что это такое, загуглите. Гугл в помощь вам. Как у меня батя говорит, огласите весь список блюдей. Или принесите нам новых блюдей. Ну, имеется в виду блюд к Ир, столу. Ир, женись на мне. Вау! Окей, чувак, ты настоящий пикап-мастер, по одному твоему нику можно понять, что ты стоишь этого. Гугл говно. Сейчас передай Ване привет, Паша и Маша скучают по... Опять кто-то пишет, что Паша подкабуется. Я хочу бочиты вас... нас, короче, приглашают в Хохляндию угощать салом. Блин, я за, я люблю салом. А кто-то там уже устал. На самом деле... Скучно! На самом деле, господа хохлы, вы не обижайтесь, потому что я реально очень люблю сало. Сало я просто котирую. Я обожаю. И что? Давненько я его не ел. У меня в холодильнике лежит, я сейчас захаваю. Стой. Кстати, да? Серьезно? Вы не сами. Ладно, я добрый. Что ты разбушевалась? Ну... Принесите ее смешную рубашку. Ну, она опять... Ты... Ира, ты опять не приняла свои таблетки. Баньте, пожалуйста. Лень. Как кушаете сало рулетом? Блин, смотри, мы реально одинаковые, блин, два клона. Да, я знаю. Я тебя люблю. Нам пожелали шлюх и блэкджека. Ира, ты... Ху-ху! Нет, я просто веселая, забавная. Андрюш курит, ребят молчат, поэтому приходится вас как-то веселить, чтобы вы там не заснули со скуки. Чтобы вы там не соснули со скуки. Не лень писать в чат фигню, написал чувак фигню. Будь здоров. Спасибо. А, почему Нефёд так долго курит? Да. Потому что он... Неизвестно, тот нам звонит в стрим. Это шкальники звонят. Обойдитесь. Ой, заебали, короче, надо номер менять. Вас Красный Крест всем. Ну, не слово, надо просто... Самый прикол, что да. Мне тут недавно звонили шкальники, они Смёртые. Такие тупые. Они реально тупые. Тупые, как пробки. Они хотели затравить, вот они опять звонят. Я бы включил, но мне впадло. Ладно, поговорил бы. Потом. Все равно они деньги тратят. Они со скайпа позволят, да нет? А, все равно тратят, там да. Стою, как брать рекламу. Нефёд, в каком районе ты живешь? Девушка в белом красавица. Я не отвечаю на вопрос, потому что я не считаю нужным на эти вопросы отвечать. Через какой браузер сидишь? А через какой, кстати? Давай, правильно. Ром? Ром. Громкую связь. Ладно, позвали, давай. Давайте, у нас звонок в студии, давайте ответим. Пранк онлайн. Пранк онлайн, давайте. Сейчас я включу динамик. Вот. Алло. Да. Ну. Алло, привет. Добрый день. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Вы же не просто так звоните помолчать, наверное. Вы хотите что-то сказать? Короче, мы сейчас новые взрослоблогеры сделаем. Взрослоблогеры? Да, вы хотите там... Это адово смешно, смотрите, все угорают. А вы звоните нам рассказать, что вы делаете взрослоблогеры? Да. Ну, я спасибо. Говорю, спасибо большое, мы очень рады. Что-то еще? Да. Да, можно вас сказать? Можно, конечно. К омскому менеджеру обратитесь. А почему? А потому что я снимаю видео, а не занимаюсь рекламой. Еще вопросы? Ха-ха-ха, смешно. Ребят, в чате тоже угорают сейчас, это всем очень весело. Я надеюсь, вы это записываете, потому что я это записываю, дорогие друзья. Может быть, еще вы что-то скажете умное? А то все школьники... Не, понимаете, просто в чем проблема? Обычно школьники звонят, они тупые, как пробки. Может быть, вы разрушите этот предрассудок и скажете что-нибудь умное? Андронный коллайдер. О, ничего себе, смотрите, какие они слова знают. Ну, адронный коллайдер. А что это такое, спасибо? Они не знают, что это такое, зачем вы их грузите, у них сейчас мозг лопнет. Ну ладно, дорогие друзья, если у вас больше ничего, то я с вами попрощаюсь. Постой. Что вы подарок, куда ты гонишь, а? Почему школьники? Ну, потому что вы глупы, как посох. Ребят, понимаете, может быть, вы не школьники, но вы глупы, как школьники. И тому подтверждение все те люди, которые сейчас вас слышат, они также считают, и это написано в чате. Потому что вы реально глупые, вы звоните и несете какую-то чушь, да, рассчитывая на то, что вы смешно меня затралили или что-то в этом духе. Но на самом деле вы абсолютно глупые, ребят. Я думаю, нет смысла с вами больше разговаривать, так что пока.
Вот, вот и такие люди звонят. Последних секундов они говорили, нет, фак, о, нет, фак. Короче, вот такие люди звонят, надо вырезать это из трансляции, потому что реально показательно. Ну, конечно, сейчас я второй раз, я сейчас даже звук выключу. Чтобы не мешали. Да. Не забудь о том, что... Ох, что это Тюрянов со своими друзьями, школьниками. Ваня, привет. Я сегодня добрая, так и быть. Иран, да. Ты, вы знакомы с родителями друг друга? Да, да? Уже знакомы. Все, я отключил звук. Ира прокомментирует последний выпуск ШБ. Но что я могу сказать? Как там этого товарища зовут? Хорош. Борис? Борис, да. Америка. Я Борис, крутится. Америка. Это жуткий трек в голове, я никак не могу... Жопа, его... жопа, жопа или сиськи? А то будет пиписька. Белка, видос заебись, продолжай снимать. Спасибо, чуваки. Кстати, Борик написал. Спасибо, Боря. Боря, мы про другого Борю говорили. Да, не, без обид. Я люблю Андрюшкины ШБ, я их пересматриваю. Мне нравится. Чем больше я на него смотрю, тем больше люблю. А когда он работает, я не могу на него смотреть, не могу отвлекать. Поэтому я сижу через две комнаты и смотрю его ШБшечки. Или переписываешься с ним в контакте. Да, он Маша не была. Да? 50 минут. Да, я думаю, нам надо уже валить. У нас поезд в 1:40. Короче, пора бы нам валить и кушать. Давайте до 12. Ну ладно, хорошо. Сидим, порадуем людей. Чуваки, я уговорила всех побыть здесь с вами еще 15 минут. Ты так долго уговаривала. Я так долго их уговаривала, мы были свидетелями. Кто-то написал, а я Аллах. Привет, Аллах. Аллах. Аллах Рип. Ты едешь в Тунис, и ты говоришь такие вещи, тебя там за это убьют. Я знаю, я буду говорить тебе на ушко. Ух ты, вот это эротические фантазии про Аллаха. Ладно, ладно, вдруг сейчас правда услышат какие-нибудь тунисяне. И подумать, что мы глумимся. Бля, заебали вот эти. Тунисяне? Я не подкаблучник, у меня нет каблуков. Так не у тебя, понимаешь? У Маши тоже нет. И у Маши нет каблуков. У меня ухо мокрое. Ай-яй-яй. Бля, Ира. Прости, громко. Слишком громко. Извини, у меня член от велика. Да. Мы все еще не вижу ничего смешного. Смотрите, шкальники все еще звонят. О, уже не звонят. У меня член от велика. Блин, ну серьезно, зачем? Я не понимаю просто, зачем так вот звонить? В чем прикол? Номера, скажи, они со скайпа Андрюша, звонят. Андрюша, любит Белка, почему все такие засранцы? Чё? Я правильно прочитал? Нарезок считает, что я ТП. Кто считает? Если обоснуешь, мы даже, может быть, обратим внимание на твой следующий комментарий. Затралено. А, это вопрос. Ну ты такой же гарный, я писал. Как забавно. Да, блядь, она опять созвонит. Халяты школьники, ребят, возьмем трубку, послушаем. Давай Ира спросит, давай. Возьмем, а Ира спросит, ну давай. Подвинься поближе к камере, они, чтобы... Они же будут материть. Я у менеджера русского. Ладно, ладно, хорошо. Алло. Говорите. Мы Алло. Мы не послушаем. Нет, давайте их послушаем. Тихо, давайте послушаем, тихо. Говорите. Ваши стримы подписываются на мой канал, ставим лайк. Ну, короче, понятно. Вы несете бессвязный бред, да? Короче, я обломанец, вам, короче, какой-то код надо вести, чтобы смотреть. Какой код? Что вы несете, вы хохлы, что ли? Они хотят смотреть, как вы нам звоните. А, вы хотите смотреть, как вы нам звоните? Да вы с Хохлянды звоните, там нет кода, там одно сало. Откуда, откуда у школьников телефон у Федова? Вопрос столетия. Откуда у школьников? Телефон у Федова много у кого? У всяких школьников. Всякие... У тебя есть? Мы реально попали. Это Маша! Это Маша! Вы друг другу пишете в анкете, что ли все, телефон не Федора. Пересылают друг другу телефон не Федора. Ребят, что происходит? Смотрите, ничего не понимаю. Чё, они там что-то звонят? Да не там вообще своем, по-моему, а своем оденьше. У них там своя блядская оргия, им надо... Им нет дела до нашей блядской оргии. Подожди, я хочу что-нибудь разумное услышать. Может быть, там есть разум. Нет, дальше. Да помолчите вы, ё-моё. Я, короче, стрим. Все, что мне нравится.
реально в этом эфире ёпта. Ребята, слышно, нереально. Бля, как мало над дегенератом для счастья. Быть в прямом эфире. Не-не-не. Тут фишка даже не в том, а в том, что... Да заткнитесь нахуй. А фишка в том, что дегенератам достаточно для счастья попасть в эфир и показать сам свое слабоумие. В эфир стрима! Да, стрима! Да, и друзьям рассказывать. Блин, смотрите, мой бессвязный бред услышали там 500 человек. И все человек. Над ним, и над нами все угорали. Над нами все угорали в чате, мы такие дегенераты. И позвонят всем друзьям, скажут, что они дегенераты, и их слушал весь чат. Браво! Продолжаем. Откуда у школьников номер не хэд? Ну, кто-нибудь, у кого-нибудь подсмотрели это, или это, видимо, смотрел. Не школьник обижается, почему у него этот номер. Ладно, чуваки, вы меня заебали, я завтра сменю симку и скажу вам старый номер, можете мне звонить. Ну, дайте, по-моему, симку. А, да нет, это эти самые, ну, короче, я знаю откуда. Святославу привет, еще какому-то чуваку с жутким ником шибарулит, привет. Шибарулит. Пойдемте кушать, господа. Пойдем. Да. Пойдемте кушать. Все, вы нас заебали. Мы пошли жрать. Мы пошли отсюда, мы пошли А с Андрюшей мы к вам вернемся через... Очень скоро. Да, отдыхайте, короче. А, ну и, собственно говоря, заходите в Инстаграм, там будут маленькие новости о наших буднях радостных и солнечных. Все, всем пока, мы с вами прощаемся, друзья. И враги, мы с вами тоже... Нет, у нас нет врагов. У нас есть друзья, а есть люди настолько тупые, что они не понимают, что мы их друзья. Да. Как я хорошо сказал. Потому что на самом деле мы друзья для всех. Да, мы друзья всех. Так что всем пока. И до новых встреч. Пиздуйте, пошли вы нахуй. Нет, где-то было пиздуйте. Ладно, все, всем пока. До новых встреч. Адьос.